здесь зима. А? Зима. Могу зима. Сказать. Зима. Нижний Новгород. 4 часа. Скоростной поезд номер 731. Сообщение. Нижний Новгород. Москва. Отправляется с первого пути. Платформа номер 3. А вот на нем мы как раз приехали. Буквально 10 минут. Да. Пылесосят, да. Убирают, убирают мусор. И Москву. 4 часа. Лед он на ласточке, очень комфортно, чистенько, все тихо. И мы довольны. Пойдемте смотреть, что тут хотя бы около вокзала творится. Хоть посмотреть, что за вокзал. Зима. 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 Большой город, посмотри, ЦУМ, республика. Вход в метро, прям как будто мы в каком-то огромном мегаполисе. По неофициальным данным, в Нижнем Новгороде проживают 1,5 миллиона человек. По официальной статистике где-то 1,2–1,3 миллиона. А крупный железнодорожный узел в городе находится, морской вокзал, аэропорт, метро. Ну, правда, не такое поскромнее, чем в Москве, но, тем не менее, метрополитен. А ведь когда-то здесь не было ничего. Была река Волга, которая впадала в Оку. Вот до впадения Оки в Волгу выше жили финно-угры. После впадения Оки ниже по течению жили волжские булгары. Все началось с того, что один знаменитый князь Юрий Всеволодович взял да построил здесь крепость на месте впадения. Ой, давай. Ой, спасибо. Аккуратненько, колени берегите. Колени берегите. Не ушиблись? Да нет. Взял и построил на месте впадения Оки в Волгу крепость. Для того, чтобы защищаться от булгар, а раньше, на 2 века, русские войска пришли и прогнали всех бедных финно-угров в Финляндию. Финляндию, подальше, туда. Они сейчас закрыли, мстят. За что? Вот за это и мстят. Вот. И отсюда началось Нижегородское царство, потому что поставил Юрий Всеволодович здесь крепость для того, чтобы выше по течению Русь уже оберегать от ниже по течению волжских булгар. А все остальное расскажу где-нибудь в красивом месте. История потрясающая. У города потрясающе. Наша задача на сегодня рассказать о местной религиозной еврейской общине, показать красоты города, рассказать о городе, гостишку немножко засветить, подсветить, в которой мы будем проживать, ну и по ценам пройтись. В общем, наша travel программа на сегодня — незваные гости, братья Эйхфусы. А наша еврейская программа «Община на карте» открывает свои кадры для вас, дорогие телезрители. Итак, «Община на карте», мы в Нижнем Новгороде, мы незваные гости. Улица Ашарская, дом 87. Ну, практически центр. Отдельное здание, смотри, окна в пол. Красивый дизайн. 3 этажа и мансарда. А наверху круглые окна, видел? Ага. Наверняка открываются. Бизнес-ланч, завтраки, это, видимо, ресторан. Ну, мне нравится все. Холл просторный.
Да. Миленько. Да, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. А мы вам звонили с дороги и заказывали на сайте 3 одноместных номера. Да, да, помним, вас ждали. Да, вот наши паспорта. Сейчас я тоже дам. У вас прекрасно, просторный холл, светлый, благо сегодня солнце. Я знаю, как отличить хорошую гостиницу от не очень хорошей. У хорошей гостиницы обязательно должно быть свое отдельное здание. Вот если есть отдельное здание у гостиницы, это уже большой плюс. Я прав? Конечно, вы абсолютно правы. А мы очень рады гостям. Скажите, пожалуйста, сколько... Ну, во-первых, нам нужны 3 одноместные номера. Сколько это будет стоить? И входит ли завтрак? Один номер с одноместным размещением стоит у нас 3390 рублей. Завтрак у нас сейчас не входит. Он оплачивается отдельно. Стоит он у нас 290 рублей. И вы будете кушать в кафе. 300 плюс 300, да? 3390. Плюс 290 рублей завтрак. Это сколько будет? 3 700. 11 040 рублей. А скидочки сделаете? Обязательно сделаем вам. 10% сделайте? Супер, да. Сделаем. Обычно в сетевых отелях, если если гости пользуются этой сетью, отель сделает 10% скидку. Ну, надо хорошо попросить. Да. А какие еще услуги вы оказываете? У нас есть прекрасные сауны. Вы можете забронировать, отдохнуть там. В кафе вы можете пообедать, поужинать. А можем посмотреть номера и сауны? Можно, конечно, посмотреть. Давайте сначала в сауну. Давайте в сауну. Давайте. Ничего. Бассейн, пожалуйста. О, смотри, как бассейн прекрасный. Как симпатично. Мужская ликва. Бассейн. Чистая вода, прозрачная. Миленький, кстати говоря. Да, это для фуршетный стол. Вы можете поиграть в бильярд. Ага. Можете отдохнуть в комнатах отдыха. А можно парную показать? Да, конечно. Вот здесь. Ну, миленько, уютненько. Миленько, уютненько. Хорошо. А хамам есть или только? Нет, хамам нет, есть только сухие парные. Так, и здесь приватная зона, да? Да, у нас здесь две комнаты отдыха, которые вы можете отдохнуть. Супер. Наши фотографии, наших отелей. Мы сейчас купили новый отель на ВДНХ. Теперь приезжайте туда, в Москву. В Москву? Москва, отель Мартен, отель ВДНХ. Какие молодцы! Будем рады видеть вас там. Какие молодцы! Ростов-на-Дону, Краснодар, Калининград. Волгоград. Нижний Новгород, Волгоград. Воронеж. Воронеж, Москва теперь, да? Теперь еще Москва, скоро еще будем в Вологде. А покажете номер? Да, конечно. О, круглая кровать. Да, такой номер, либо давайте еще пройдем дальше, там тоже есть. Ага. Давайте, хорошо. Смотри, окна вид в пол. Из окна, да. Окна в пол. Ну, прекрасно. Я очень люблю, когда вот прям окна до самого пола. И круглая кровать, тоже необычно. Так, санузел посмотреть, интересно. Ну, санузел стандартный. Да. Все, все необходимое. Душевая есть. Кабина. Как ты думаешь, что бы это было в Москве? Мне кажется, какая-нибудь старая площадь. Ну, или старая, или новая площадь. Какой-то шикарный банк, вообще больше похоже на дворец Екатерины. А какой-нибудь путевой очередной. Ну, шикарное здание. Или в здание, сооружение внутри Кремля. Да, да, но это просто произведение искусства. Мы приехали на улицу Грузинскую, дом 5А. И вы понимаете, что это за место? Это синагога.
Большая Нижегородская синагога. В 1867 году в Нижнем Новгороде проживали 348 евреев. В 870 году 541, в 1888 1153, в 97 2377, в 913 году 2931 и так далее. По последней переписи 70-го года в Нижнем Новгороде проживало 14 700 евреев. В 79-м году 13 500 евреев. Это совершенно, абсолютно еврейский город. Этот город основали солдаты. Солдаты-рекруты. Солдаты, которых в детском возрасте забрали в царскую армию. И по высокому велению они уволились в запас. 300 человек проживали, и вот они создали ту еврейскую жизнь, которая, собственно говоря, сейчас здесь и процветает. В 1853 году по решению вот этих самых еврейских солдат общественным раввином Нижнего Новгорода стал рядовой Ицхак Абрамов Падиско. В 1873 году солдаты-кантонисты добились того, что им было выдано разрешение на строительство синагоги. А обо всем подробно мы поговорим с раввином. Да, но надо сделать акцент на том, что, конечно, не кантонисты основали этот город, а, как я уже говорил, этот город основал Юрий Всеволодович, князь. Это было в 1233 году, по-моему. Но не суть. В общем, городу этому очень-очень много лет, а кантонисты основали еврейскую жизнь, да. Конечно. Еврейский город Нижний Новгород. Да. Мы спешим к раввину и приглашаем вас с собой. Я родился в городе Горьком. Рос, вырос, занимался музыкой, спортом, был очень спортивный. И волею судеб вот стал раввином, стал посланником Любавельского Ребе, пожалуй. Это для меня настоящая олимпийская медаль, которую может вообще человек в жизни получить. Родители родились в городе Горьком. Так получилось, что мои родители, они и папа, и мама были слепые. Вот. Воспитывался вот в такой семье, в очень доброй, теплой семье. И всегда помогал своим родителям. Был, конечно, хулиганистым, но очень дорожил и дорожу своей семьей. Сейчас уже папы давно нет. Сейчас с мамой. И женился. Сейчас у меня трое детей. Старший Захар, в честь моего дедушки Захара Абрамовича. Сейчас ему будет скоро 9 лет. Дочери Дина, ей 6 лет. И маленькому Мише тоже будет 3 года. То есть у меня с такой периодичностью каждые 3 года рождаются дети. Да, и примерно в одно и то же время все зимние. Рави. Здравствуйте. Манишма. Шалом. Кольба Седер. Брухашим. Да, здравствуйте. Добро пожаловать. Мы спорим, вот в Москве на что бы это было похоже? Кирилл говорит, старая площадь, а я говорю, новая площадь. Средняя площадь. Да? Но мне кажется, это какое-то внутри Кремля сооружение, но точно тянет. Согласен. Даже банк, мне кажется. Московского Кремля? Естественно. Не, очень красивое здание, старинное. Оно как бы, видите, здесь свиток Торы. Оно олицетворяет само по себе. Очень старинное здание. 140 лет ему будет этим летом. И здесь будет большой праздник. Приедут много раввинов. Будем отмечать. То есть, получается, это ручки? Это ручки, да. Между ними как раз находится молельный зал, свиток. Здорово. А вот та часть ваша? Можно сказать так. Можете показать? Вот с улицы сначала, да? С той стороны принадлежит тоже евреям. Там у них офисные здания.
Здесь арка, здесь находится там миква, стоянка. Но это тоже еврейская, да? Здесь тоже еврейская, здесь уже такой бизнес-центр, так скажем. Да. Бизнес-центр. Но владельцы евреи. Владельцы евреи, два брата, замечательные теплые люди. Прихожане, наверное. Прихожане, конечно, и меценаты, да. Так. Очень хорошие люди. Давай туда пройдем. Куда? Вот сюда. Вообще здесь, хочу сказать, уже сделана группа с администрацией, губернатор, мэр города. Это все отдается, вот эта вся территория отдается еврейской общине. Здесь будет построен ресторан, какие-то локации чисто еврейские. Администрация хочет, чтобы именно улица Грузинская превратилась в маленький Иерусалим Нижегородский. И здесь планируем делать школу, перевозить ее из нижней части города. Там у нас школа и детский сад. Все будет здесь в одном месте. Здесь будет такое гетто. Хороший. Да, конечно. А что было в этом доме? Это еврейский дом? Здесь жили евреи, и здесь, и напротив. Сейчас уже это ветхий такой фонд, и все под снос. Но этому зданию уже тоже лет 100. Да, больше. Да? Больше 100 лет. Это начало века 20-го постройки. Но это тоже будет сноситься? Да. Но это же музей. Я согласен. Ну что делать? Оно приходит уже в такую плачевную. Плачевное состояние, да? Да, лучше построить новый музей, чем... А это новое здание, вот этот дом? Нет, это здание купеческое, но оно реконструировалось сейчас. А его не будут сносить? Вот, я думаю, нет. Этот дом нет, вот этот будут. А это еврейский дом? Нет, к сожалению, пока нет. Пока нет. Здорово. И вот ваши границы, да, получается? Да. Ну, масштабы. Да. Ну, здесь благостное место. Да. Здесь находится женская миква. Я думаю, что нам нужно пройти в мужскую. Я вам покажу. Но сначала, может быть, здесь просто пройдем, посмотрим, что здесь за сооружение. То есть вот эта арка старинная? Да. Или... Эта арка, не побоюсь, она именно соединяет вот эти вот два... Ага. Делает такую... Здание вообще заканчивалось, насколько я понимаю, так, вот здесь. Вот здесь уже арка была, здесь заканчивалось здание. Это уже вот новое, новострой, так скажем. Это сука разобранная. Да, совершенно верно, совершенно верно. Сука ставится во дворе, огромная. Ну, не как в Москве, конечно. Это все ваше? Ну, вот это вот. Пока это нет. Пока это нет. Ну, с Божьей помощью. Я так понимаю, вот это вход в микву, да? Нет, вход в микву вот такой прекрасный, красивый. А это не жилой дом? Это жилой дом. В нем как раз проживает главный раввин Нижнего Новгорода. Все рядом, все компактно. И видно из окна. Конечно, конечно. Это большое счастье. А как иначе? Это большое счастье. Я из Иерусалима, родился в Иерусалиме. Моя семья уже больше 200 лет в Иерусалиме. Я уже 11 поколение. И вот, приехал сюда 25 лет назад и живу в Нижнем. У меня две родины – Нижний Новгород и Иерусалим. Это, конечно, воля Всевышней. Я вначале был в Казани, потом был в Риге. С женой уже ехал в Новосибирск. И почему-то там мне понравилось, когда сказали «Нижний Новгород». Сказала «да», и вот мы здесь. В Нижнем всегда была община. Никогда не всегда были в тайных квартирах, несколько миньян. Когда я приехал сюда, были больше 30 старых евреев, которые знали молиться, которые разговаривали на идиш. Поэтому община всегда была. Мы старались привлекать молодежь, открыли школу, детский сад. И я всегда думал, если когда все старики умрут, что у нас остается. И вот сегодня уже ходит в шаббат очень много народа, и все они уже новые поколения. Каждый еврей, еврейка, старый или молодой, ребенок, все они бриллианты. Так, как сказал Лубавицкий Ребе, когда считаешь бриллианты, никогда не уставший. Когда я встречался с женой, она сказала, что она готова ехать быть посланником Лубавицкого Ребе, раввин по всему миру, кроме России. И вот мы здесь.
У нас 10 детей, которые 6 из них родились в Нижнем. Трое уже женатых. У нас были дочерей, они женились, вышли замуж в Нижнем. Была свадьба прекрасна, 600 человек, 500 человек. Незабываемая свадьба, которую все нижегородских евреев и неевреев помнят и знают. И дети живут в разных местах. Тот, который женат. И мы здесь. Дети любят город, ходят в школу. У них русский язык, это родной язык. Друзья в основном они здесь. Они уже родились здесь. Вот мои дети, которые не живут в Нижнем, которые женаты. Там сын женился на девушка из Аргентины, там живет. Дочка вышла замуж на мальчик из Лондона, там она живет. И дочка третья вышла замуж на мальчик из Израиля, живет в Израиле. Они все хотят сюда вернуться. Ну что, добро пожаловать к нам, уже к нам домой. Здесь у нас представлены люди, которые жертвуют, меценаты, очень хорошие евреи, которые помогают, строят вообще общину, помогают в этом раввину. Чапрак Эдуард Михайлович. Это, я не знаю, это основа, наверное, нашей общины. Человек, который из руин, можно сказать, да, воздвиг, начал двигаться. Который, он сам ездил за стариками, он с некоторых даже, которые были, которые не ходили, он их поднимал, чтобы был миньян. Очень такой человек, он очень много делает, до сих пор продолжает делать. Делал, делает и будет делать, я уверен, до 120 лет ему. Бирман Дмитрий Петрович. Да, замечательный. Гохман Александр Леонидович. Грибов Михаил Савельевич. Гуд Михаил Евгеньевич. Исаков Альберт Борисович, Мнасин Наум Иосифович, Фельдман Марк Самуилович, Антоновский Иосиф Исакович, Гарбус Наум Львович, Макаров Роман, Коваленко Довид, Штерман Борис Ефимович, Богачик или Богачик? Богачик. Богачик, Брун, Брусин, Шейман, Штейман, Эйвин, Давыдов, все цадика гадоль. Да. Цадиким гадолеем, слыха. Да. Ну, второй шаг после порога у нас миква, добро пожаловать. Так она выглядит, нижегородская миква, которую ходим мы по утрам. Все лаконично, все скромно, без всяких излишеств. Золото и серебра. Это раздевалка? Здесь, да? Раздевалка, здесь уборная, ага. Да, душевые кабины и сама миква. Скажите, пожалуйста, а с мылом надо мыться в душе перед миквой? Вообще желательно. Сначала мы принимаем душ, потом уже чистые мы уходим туда, более чистые выходим оттуда и как бы уже можем подниматься наверх в молельный зал. А вот в инженерном плане вы сказали, что женская с улицы вход, да, да, через арку направо, да, да. Это мужская. Вот в инженерном плане мужская и женская миква, они же одинаковые. Вау, Пау. Нет? Вообще миква, это, понимаете, это, как говорится, да, айсберг. Только такая же миква еще внизу находится. То есть миква, именно хаббатская, она состоит из двух линз, так назовем. И мужская, и женская, они состоят из двух. Такое же количество, такой же объем воды еще под землей находится специально. И вода по жерновам, дождь, снег, все идет сюда. Такая же миква и женская, но она более такая. А если когда идет снег и мороз, это подогревается, дождевая вода имеется в виду, это, конечно, идет резервуар? Конечно, здесь стоит очистительная система, подогрев обязателен. Можете дотронуться. То есть вот второй резервуар, это там он под лестницей? Он находится туда, и там такой же резервуар. А 80 сиа, да, по-моему? Да, там такое количество. Не буду умничать, да, это надо этим заниматься. Люди смеху защищают, поэтому, да. Очень теплая, очень комфортно. Диссертации защищают. И смеху сдают, конечно, это же
такая... История очень сложная. Эти ящики, вот специально тоже, это не просто так ящики, здесь кашируется посуда, которая... Люди приходят, покупают, если новую посуду, у нас по закону принято, если вы покупаете посуду, то есть это фарфор, металл, стекло, нужно ее окунать в воду обязательно, и после этого только можно использовать. А кипятком паритетно отдавать? Нет, если это новая вещь, ее не нужно отдавать кипятком или газовой горелкой, ее просто достаточно окунуть в мику. Сколько раз? Чем больше, тем лучше. Ну вообще 3 раза достаточно, я думаю. Говорится благословение определенное, и уже только после этого можно пользоваться. А вот так называемый тощий бетон, это где? Это вот там, да, дырка? Вот этот бетон, который больше похож на землю. Хороший вопрос. Вот. Да? Вот оно. Понял. Здесь очистительные системы стоят, там огромные тоже резервуары, которые постоянно гоняются. Пожалуйста. Здесь сложная конструкция. Ого. Самое главное, вот написано, они. Не трогайте оборудование. Обязательно. И вот этот вот резервуар, видите, вот там как раз и вода, которая с крыши идет сюда по жерновам. Именно вот здесь. Это вот здесь накапливается. Здесь накапливается вода, и она уже поступает, да. Это очистительные эти стоят. Ну все как в спортивном олимпийском бассейне. Ну а как же? Передовые технологии. Да. Очень круто. А это, видимо, отопительная система. Да, это уже на душевые. Воду? Это уже на душевые идет. Здесь нет газового оборудования, потому что здание старинное, и как-то нас газ как-то обошел. А это все на электричестве? Все на электричестве, да. Ой, боже мой, это же сколько денег надо, чтобы все это топить. Боже мой. Что делать? Итак, первый этаж Нижегородской синагоги. Именно эти колонны, так они выглядели 130, уже 140 лет тому назад. Это вот единственное, что осталось нетронутое. И здесь вот можно напротив увидеть такую памятную доску, на которой мы можем, собственно, проследить вкратце, конечно, вкратце, историю Нижегородской синагоги и общины. 1846 год, образования Нижегородской еврейской общины. 1881 Александр III дает разрешение на строительство синагоги. 1883 завершение строительства синагоги. Построили всего за 2 года синагогу. 1884 год, 29 августа, открытие, первое моление. 1838 год. Закрытие синагоги, прекращены занятия в школах на идиш, ликвидировано общество. 1938-91 год, в здании синагоги находилась картонажная цеха, фабрика гармонии. Гармошки делали, да, аккордеон и так далее. И 91 год, 18 мая, здание синагоги возвращено общине в пользование. Я вам могу сказать, что из тех синагог, в которых мы были, практически у всех такая же история. У кого-то в 29-м, у кого-то в 37-м, у кого-то в 38-м или в 39-м самое позднее здание синагоги забирали. Но чтобы отдали сразу, в 91-м же году, да. По-моему, Ельцин подписал закон о возвращении зданий религиозного культа тем, кому эти здания принадлежали. Где-то с треском в 2000-м отдали, не хотели отдавать местные чиновники, там, мэрия, органы местного самоуправления, не хотели отдавать назад. У вас в 91 году уже отдали, то есть Слава Богу. Честь местным властям. Конечно, безусловно. И вообще Нижегородская синагога, она самая старая считается, именно вот сейчас в России, в Российской Федерации, которая вот именно вот это здание осталось. Архитектор Нейман, подрядчик Морозов, тоже имел отношение на него? Ну, конечно. Я думаю, что навряд ли он немец. Хотя... Все может быть. Да. А куда идем дальше? Я предлагаю пойти на второй этаж, молельный зал. Очень интересно. Здесь еще есть Хесед. У них там есть такой мини-музей. Хесед-сара? Да, Хесед-сара. Замечательные люди, замечательный фонд. Сейчас, секунду.
Здравствуйте. Можно к вам на секунду? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая картина у вас симпатичная. Это масло. Импрессионизм. Экспрессивный импрессионизм. Вот эта картина нарисована в стиле экспрессионизм. Могли рисовать или грубой кистью, могли рисовать пальцами. Да, это. Посмотри. И причем, вот если отойти, вот эти вот размазанные краски становятся понятными. Посмотри, что это такое. Это Арона Кодыш, это Бима, это женский балкон, это колонны. Это Арона Кодыш. Да. Эта картина называется Йом-Кипур. Женский балкон. Бима. Да. Ведь каждый может найти себя, кстати говоря. Каждый. Вот очень очень красиво. Вот это я с большим носом. Ну, вот это самое рыжее пятно, это я, наверное, да? Ты вот он. А вот это твоя жена кричит. Окей, давайте пройдемте. Я вас познакомлю. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Мы примерно представляем, чем занимаются хеседы российские. Мы понимаем, что такое джойнт. Мы даже понимаем, кто такой Гарри Трегубов, который тоже где-то откуда-то из Австралии помогает. Трегубов. Да. Который помогает всемирному еврейскому движению. Так. Какие особенности у вашего хеседа? По сравнению с хеседами России? Да. Да. Мы очень хорошо работаем. Но у вас самый крупный хесед? Нет. Один, и сказала бы, да, несколько самых крупных хеседов. Это, естественно, город Москва и это город Санкт-Петербург. Шарай Цедек. В Москве Шарай Цедек, потом Рука Помощи, а еще крупнее это Хама в Москве. Вот. В Питере это Санкт-Петербург, это Хесед Авраам. Понятно, что это огромные города, это мегаполисы, понятно, что у них намного больше клиентов. Раз намного больше клиентов, значит, объем услуг в Хеседе больше, и сам Хесед больше, и все в нем больше. Но ведь у вас, на мой взгляд, регион с самым большим проживанием евреев в России, ваш регион. Нет, ну нет? Как же Москва и Санкт-Петербург, конечно, больше. Ну мы не берем этих москвичей. Смотрите, этих уважаемых москвичей. Да, мы не берем. Так, смотрите, если мы не берем наших уважаемых москвичей и питерцев, то в регионе Центральной России и Поволжья, наверное, Нижегородский регион, он является самым крупным. Кроме того, какая наша особенность, я вам скажу. Кроме Нижегородской области, мы еще реализуем благотворительные программы в городе Рязани Рязанской области, в городе Твери Тверской области, в городе Владимир и Владимирской области. Почему игру области? Потому что там еще города Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, ну, то есть область. И в городе Чебоксары. И Дзержинск. Город Дзержинск – это Нижегородская область, поэтому, конечно же, это само собой не только город Дзержинск, это город Бор, это Богородск, это Заволжье, Городец, Семенов и так далее. А вот, ну, например, то есть многие. Лысково и так далее. Лысково и в Семенове. Вот по что, несколько человек, конечно. Опишите, немного. Там евреи живут как кто, как что там? Как все остальные люди обычные. Ну, например, на Жиге ездят там, положим, раз в неделю на рынок. Или, ну, как они ведут? Или это бизнесмены, которые строительными компаниями заведуют? Нет, вот смотрите, мы говорим про наших клиентов. Наши клиенты – это пенсионеры, инвалиды, это дети с малообеспеченными возможностями, с детьми там до 18 лет, то есть многодетные семьи, нуждающиеся семьи. То есть мы работаем не с бизнесменами, мы работаем с нуждающимися категориями людей. И поэтому в Лысково, конечно же, безусловно, наверное, есть бизнесмены. И, наверное, это все, конечно, есть. Даже наверняка, я бы сказала. Вот. Но наши клиенты, которые там живут, они такие же бабушки и дедушки, такие же обычные, ходят также в магазин, также на рынок, также мы им помогаем в уходе на дому, например, потому что они одинокие.
А патронаж предоставляете? Вот патронаж, это уход на дому. А можете нам микроэкскурсию сделать? Могу. Вот. По Хеседу? Да. Да. Давайте. Пойдемте. Пойдемте. Мы очень активно взаимодействуем с администрацией города, с администрацией области, административными районами. Участвуем в межнациональных проектах, в фестивалях национальных культур, в конференциях практических. Мы очень много уделяем времени культурным программам для наших подопечных. Давайте, вот как раз сейчас у нас идет фестиваль еврейской культуры, который мы проводим традиционно ежегодно, в этом году уже 17-й раз. 17-й раз. И, например, вчера в Доме народного единства у нас был большой концерт, который назывался «Истоки еврейского джаза». Это был джазовый концерт. И мы на нем слушали музыку и рассказывали о известных еврейских джазистах, родоначальниках джаза. Вот, это было очень интересное мероприятие. Ну, и вот здесь у нас такое небольшое место, где расположены благодарственные письма от различных администраций, других предприятий. Вот, например, фестиваль «Дружба народов». Вот благодарность от администрации Приокского района. Вот благодарность от законодательного собрания. И так это далее. Это мэр, да? Да. Шлабаев. От мэра города, ага. Да. Да. Это вот за участие в межнациональных проектах. Здорово. Культурных. Здорово. Пойдемте дальше. Пойдемте. Здесь у нас административный отдел. Ага. Кадры, база данных, бухгалтерия. Сколько у вас подопечных? У нас около 1000. 1000? Да. Всего? Всего. Так хорошо люди живут? Так хорошо люди живут у вас? 15 это евреев. Да. А наших подопечных, которые у нас получают помощь, это пенсионеры-инвалиды. Вот их чуть больше 1000. Надо сказать, что вы вам, конечно, существенно больше выделяли деньги. Чтобы, да, помещение у нас очень мало, мы на головах. Помещение прям, вот даже съемочная группа. Не убирается. Не убирается? Да. Программа «Банковская карта», программа «Магазин», программа «Экстренная помощь». Ляжьте бутерброд с колбасой. Да. Здрасте. Здрасте. Нет, не бутерброд с колбасой. Вот я хочу сказать, что здесь у нас работает программа экстренной помощи, в рамках которой мы оказываем помощь по индивидуальным обращениям наших подопечных в различных видах услуг. То есть это могут быть дорогостоящие лекарства, операции, различные диагностики медицинские. Это может быть бытовая техника, например, там холодильник, ну, первой необходимости, понятно, газовые плиты. Это могут быть слуховые аппараты, зубопротезирование, спальные места, ну, типа там вот диваны у некоторых разломаны, люди нуждающиеся. Вот. Для детей это могут быть занятия, там, какой-то массаж, занятия с логопедом у детей-инвалидов. То есть это вот все у нас в фонде экстренной помощи. И вот наш координатор Ольга Владимировна этим, всей этой махиной во всех городах, которые я вам перечислила, еще занимается. Еще и с медицинским образованием наверняка. Нет, не с медицинским, но у нас все универсалы. У нас все занимаются очень профессионально своим делом. Вот я, например, с медицинским образованием, я врач. А вы доктор? Да, врач-педиатр. И стаж у меня тоже большой, 15 лет, но потом я ушла в социалку, и вот я уже 18 лет вот работаю здесь. А я дочери своей ни одну прививку не делал. Это ну, это плохо. Вопрос совсем другой. Да. Ну, этот самый. Он такой. Антипрививочник. Да, а мы нет. Мы да. И мы нет. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи. Спасибо да. вам большое. Пойдемте да. дальше. И вот сейчас мы идем в самую основную программу. Вот идемте сюда. Александра Юрьевна, мы вас уже... Здравствуйте. Так, девушки, мы идем к вам. Нежданно, негаданно свалились на голову красавица. К нам журналисты. Это вот та самая программа «Патронаж» или «Уход на дому», как она официально называется, в рамках которой мы оказываем помощь людям, одиноким, которые не могут справиться в быту с повседневной бытовой деятельностью, которым некому помочь, которым мы и передаем средства личной гигиены, мы за ними ухаживаем. Ну, не мы лично, а наши работники, которых мы нанимаем для этого. Патронажные работники они называются.
Вот, они им готовят пищу, приносят продукты, они с ними беседуют, они помогают им гулять, помогают им принимать личную гигиену, все эти процедуры. Да? Это волонтеры? Это не волонтеры, это работники, которые у нас получают за это зарплату. Но для наших подопечных это ничего не стоит. Так что эта программа самая основная, как мы ее называем, ХСД-образующая. Как есть градообразующее предприятие, так у нас ХСД-образующая программа. Потому что она самая дорогостоящая, она самая такая важная, она самая важная по объему помощи и по количеству сотрудников в ней. Представьте, пожалуйста, ваших коллег. Замечательно. Руководитель программы Анна, два координатора, Екатерина и Людмила, работают уже все трое давно, профессионально. Программа предусматривает очень большое количество документов. У нас каждая копейка на учете, все зафиксировано, задокументировано в базе данных, все компьютеризировано. И девочки вот работают, не поднимая головы, можно сказать и так. У вас еще есть музей? Есть, пойдемте. Удачи вам. Спасибо. Да. Спасибо большое. Пойдемте в музей. Спасибо. Ох, красота да, какая. Да, пожалуйста, проходите. Это наш клуб ХЭСАДА. Это многофункциональное помещение. Здесь, как я говорю, 4 в одном. Справа это библиотека. Насчитывает около 15 тысяч книг разного формата. Это справочная литература, художественная, публицистическая. Это литература поэтов и писателей евреев и на еврейскую тему. Это литература по Холокосту. В общем, разная-разная тематика. А из известных поэтов Серебряного века кто был евреем? Пастернак, наверное. Да, да. Пастернак. Захадер. Захадер, Барух Захадер. А да. Он поэт Серебряного, Серебряного века? Мне кажется, ну, он пускай, позже. Ну, да, пускай будет Серебряным. Да. Ну, тогда и Соломон Михайлс. Михайлс, да. Так, тоже. Значит, смотрите, справа это у нас музей. Вот, наверное, лучше встать вот так. Вот вы прям по-режиссерски, вы молодец. За что не берете, у вас все получается прекрасно, да? Ну так, столько лет работаем. Секунду, у нас чуть-чуть продлится задание. У нас здесь просто гости. Одну секунду, пожалуйста, пока еще попишите. А у вас урок, да? Это Zoom, в Zoom идет. Да, у нас очень большая программа, называется «Заботливая связь». Ага. И пять дней в неделю мы проводим различные Zoom-конференции для наших подопечных. Это прям вот уникальная программа, я хочу сказать. Чему учите по Zoom? А мы не учим. Мы им проводим литературные гостиные, музыкальные концерты, разные презентации, разные лекции медицинского характера, жизнь замечательных людей. Тору, кстати, Давид, уважаемый, ведет у нас для наших подопечных. То есть вот прям такая программа. Я хочу сказать, она уникальная. А сколько самому возрастному? Старшему, да. 105 лет. Вот сейчас даже в Zoom я включила микрофон. Людмила Исаковна, ей 92 года. Да? Да. Давайте. Она вас видит, нас? Да. Где? А вас сейчас. Да. Я могу включить микрофон. Да, и можете размытие фона? Сейчас, одну секунду. Выключить. Прямо расписание, каждый день по 2-3 мероприятия. Да, я знаю. Так, фоны. Здравствуйте. Здравствуйте. Шалом ликулам. Здрасте. Ты только шалом знаешь. Да. Мы из Москвы приехали на съемку рассказать про вашу замечательную общину еврейскую, про Хесед Сара, про синагогу и про все остальное. Про лекции, которые, занятия онлайн, которые у вас проходят. Я теряюсь от количества. Ну, вообще еврейским женщинам не говорят комплименты о красоте, но мы не можем устоять. Какие красивые у вас студенты или слушатели. В маленьком формате. Поэтому и красивые, что в маленьком формате. Хаска Янкелевич. Свет выключить. Да, а Хаска Янкелевич, наверное, как... Не говори, про ты имеешь в виду сыр в масле? Как сыр в масле, конечно. Кошерный сыр, как в кошерном масле. У нас есть Валерий Моисеевич.
Борисович, да? Лев Борисович, а. Владимир Григорьевич. А, они все просто попрятались за этими самыми. Придут гости из Москвы, да. Который составил стихотворение от Идыш. Давайте. Еще не поздно. Нет, у нас уже время вышло. Да? Ну хотя бы четверостишье, начните. Ну хорошо, новогоднее. Найен юр, гейт эн клапт эн олы тирн. Найен юр, лозан фрейлых эн квартирн. Супер. А правильно мы, что речь идет о квартире? О новогодней. Фрейлых это весело. Весело, правильно. Ну вы помните фильм старый, но вас тогда еще на свете не было. «Карнавальная ночь». Новый год, он идет и так далее. Мы догадались, Навин Юр – это Новый год. Спасибо большое. Да, вы такие классные. Да, спасибо. Удачи вам, удачи. Удачи. Спасибо. Извините, что оторвали вас спасибо. И вы выбили из колеи занятий. Простите, ради бога. Вот я хотела немножко рассказать про наш музей. Мы его открыли в 2013 году. Наш музей собирался в течение многих лет. Экспонаты, которые здесь представлены, нам передавали члены общины из своих семейных архивов. Ну а материал, конечно, который расположен в этих стендах, это мы уже собирали как из семейных архивов, так и из городского архива. Здесь представлена история еврейской общины в Нижнем Новгороде от ее начала, от ее истоков и до, можно сказать, наших дней. Как вот, например, хочу вам показать, здесь представлена, например, ктуба. Вот те, кто приходят, горожане, студенты, члены общины, им это очень интересно, потому что они такого никогда не видели. Вы-то, конечно, это знаете. То есть это вот настоящая ктуба, а это уже рядом ее перевод, то есть что там написано. Как вот она выглядела, вот настоящая ктуба, который подписывался когда-то давно-давно одним из членов нашей общины. А на идише? На идиш, конечно. Теперь, значит, вот здесь представлены, например, инструменты. Вы же знаете, что испокон веков, еще находясь, проживая в местечках еврейских, ну, кем были тогда евреи? В основном ремесленниками, да. Всякими разными. И вот здесь представлены инструменты, которые тоже нам переданы из семейных архивов, с помощью которых ремесленники много лет назад работали по своим специальностям. Вот, например, допустим, смотрите, как интересно. Вот, например, часовая и корпусная мастерская С.А. Биагона. Такие интересные вывески, вот если почитать, то сейчас нам даже смешно, как бы смешны те выражения, которыми люди делали объявления. Здесь вот представлены, например, сапожники, да? Как делались инструменты для сапог. А вот это маленькая-маленькая электрическая плитка, и вот тот маленький-маленький утюжок, это у нас была очень наша давнишняя волонтер, а хорошая актриса, член Союза театральных деятелей. Вот она участвовала в фронтовых бригадах во время Великой Отечественной войны. И вот у нее с собой были вот такие маленькие вещи, которые можно носить, не утяжеляя багаж. Вот такой малюсенький утюжок, вот такую малюсенькую плиточку, как, например. А вот здесь вот представлены религиозные атрибуты. Вот, например, я могу вам показать вот свиток Торы. Вот видите, маленький-маленький свиток Торы. Вот, потрепанный лежит. Этот свиток Торы нам тоже передали дети бывшего участника Великой Отечественной войны, который, к сожалению, ушел из жизни. Вот он всю войну прошел с этим свитком. Вот, малюсенький, вот, ага. Потрепанный свиток Торы. Ага. То есть он во время боевых действий, где-то на передышке, в окопах, вот он разворачивал этот малюсенький свиток, он его читал. В музее в нашем представлены также еврейские книги прошлого века, 19 века и даже 18 века. А вот это вот книги братства Хевра Кадиша. Ну, вы, конечно, знаете. Это похоронное братство, где сделаны записи на идиш.
перечень, где мы кто их похоронен. Года три назад мы их катализировали, разбирали, вместе переводили. У нас есть... совмещали с еврейским кладбищем. Да. Вот, то есть, в принципе, очень большая работа, да. А что это за книга «История горского народа»? Еврейского. Еврейского народа, да? Это история еврейского народа, да, вот это вот образцы книг, как раньше это выглядело. 1800-е годы, начало 1900-х годов. Даже написано «Еврейского». Да, да, да. Да? И очень интересно. Журналы «Рассвет», вот видите, «Рассвет». Это еще с твердыми знаками. Вот видите, январь 1909 года. Да. Вот. А то вот есть... мой обзор на Рош Шана и Йом-Кипур тоже старинный, то да? Это все вот в этом шкафу, все старинные книги. А вот, например, здесь представлен, допустим, как вариант, как документ, аттестат Управления по делам искусств при Совнаркоме народных комиссаров РСФСР. Аттестат 1943 года. Вот, который был выдан при окончании учебного заведения. Вообще наш музей сделан по разделам. Это ремесленники, это музыканты, это врачи, это педагоги, это преподаватели. Есть раздел участников войны, есть раздел узников гетто. И поскольку места мало, у нас все собрано вот в таких небольших стендах перекидных. А гармонии ни одной не осталось? Гармонии не осталось. Вот есть скрипки. Скрипка, которую нам передал вот этот замечательный человек после его смерти, это Иосиф Штиллер. Это известный народный артист России, балалаечник. Вот его жена после смерти передала нам его балалайку, вот это его балалайка. Вот. А Евгений Дворжецкий нижегородец? А Евгений Дворжецкий – это не нижегородец, но его мама Рива Яковлевна Левите, вот она на фотографии вот здесь, вот. Ага. Она была директором нашего Нижегородского театрального училища и режиссером театра юного зрителя. И вот она стала женой Вацлава Яновича Дворжецкого, вот он, и это их сын. Евгений. А муж Нины Дворжецкой? Ну, это я не знаю, возможно. Да. Актрисы, может быть. С которой мы записывали интервью. Вы можете посмотреть интервью с Ниной Дворжецкой на нашем канале, на Первом канале, найти среди интервью раздела «Наше интервью», собственно говоря, вот. Получить удовольствие, да. Очень хорошее интервью. Вот это очень интересная история. Еще хочу похвастаться, что вот все материалы нашего музея мы издали в двух таких альбомах, потому что когда приходят пожилые люди, у них бывает не хватает зрения или дотянуться, прочитать, что там. Так вот, этот альбом «Каждый народ вправе гордиться своими героями» – это про участников Великой Отечественной войны. Вот все, что здесь есть про них, вот все можно сесть на стульчик и спокойненько посмотреть. Угу. А второй альбом кому посвящен? А второй альбом – это история еврейской общины. Вот все, что есть вот здесь в стендах, вот все эти стенды здесь, тоже можно сесть, их почитать, посмотреть в спокойной обстановке, не тянуться, не вглядываться. Вы музей собрали в этих двух книгах, да? Да, да. Здорово. Да, для удобства чтения. Угу. Кроме того, мы вообще очень любим истории краеведения. Ну, это наша такая особенность. Кто ведь на чем специализируется? Кроме этого, мы собрали материал и опубликовали вот такую книжечку. Называется «О чем молчат дома? Евреи в истории Нижнего Новгорода». Это прогулка по улицам Нижнего Новгорода. И небольшие рассказы, как эти улицы раньше назывались, и что на них было интересное, связано с еврейской общиной. Вот. Люди, меценаты, которые проживали на этих улицах, какой они вклад внесли в развитие Нижнего Новгорода, а потом города Горького. Известные строители, ученые, профессора, доктора, фармацевты, вот. Уникальная, маленькая, но уникальная книжица. А что это за фотография?
Так, а это... вот так выглядела наша синагога в 1998 году. Это вот ровно наша синагога. И вот перед ней сидят участники Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, нижегородцы. Слушайте, вот а тогда, при входе... Вот их было столько тогда, сейчас их остались единицы. А вот при входе не эта фотография выгравирована на куске гранита? Возможно, это или похожее. Угу. Это очень уникальная фотография, потому что многих из этих людей, очень многих уже нет в живых. Ну, ветераны, вижу уже люди старшего возраста, да? Прям пожилые-пожилые. Да. Да. Вот семья Шапира, Рахель, Сара, Лейба, Шлемович, это что за люди? А вот смотрите, здесь представлены старинные фотографии тоже из семейных архивов, которые нам предоставили члены общины. Это люди, которые не отличились чем-то особенным, но мы хотели показать нашим детям, молодежи, которые приходят, как вообще выглядели в то время еврейские мужчины, женщины, дети, как они одевались, какие у них были прически, какие лица, как это все. И поэтому вот такие фотографии, я считаю, что они очень украшают наш музей, как мне кажется, придают какой-то особый колорит ему. Вот, да. Допустим, смотрите, вот, например, возьмите вот эту фотографию, да. Вы посмотрите, как выглядели тогда же. Это обычные женщины и мужчины, не артисты, ничего особенного. Слушайте, ну явно люди не бедные, потому что одеты с иголочки, костюмы, фраки. Люди интеллигентные, просто. Вот, например, Шейна Мина Иофик, просто я знаю, она была портнихой. А это ее муж, он был, инженером. Да, шляпки были очень симпатичные. Да. А вот обратите внимание, уважаемые товарищи телезрители, конструктор Альберт Абрамович Жаботовский родился в 27-м году, в 2002 году, к сожалению, ему не стало, с отличием окончил кораблестроительный факультет, инициатор создания судов на воздушной подушке амфибийного типа «Радуга», «Сокол» первого СССР пассажирского СП «Сормович». Сормович. Вот. Сормович. Да, это прототипы тех катеров на воздушной подушке, которые сейчас бороздят Волгу и которые сейчас переданы в Ростов-на-Дону. И вот только недавно была передача, как они по Дону тоже ходят. Нет, они уже теперь не те. Сейчас в Алдае ходят. Но прототипом, родоначальником вот этого всего, конечно же, вот... У нас про него, про этого замечательного человека есть много материала, и мы делали мероприятия про него. То есть вот изучаем, преподносим людям. Спасибо большое. Спасибо. Ну, пожалуйста. Вы делаете неимоверно важное дело. Спасибо. Вы храните историю, действительно храните историю, оберегаете ее и... рассказываете о том, что было. А почему это важно? Чтобы учиться на наших предков, учиться доброте, учиться милосердию и учиться быть вместе. Это самое главное это дело, которое правда. Вы делаете. Спасибо вам большое. Да, вам спасибо за то, что посетили наш скромный уголок. Мы всегда рады всем. Эту часть специально оставили, это как символ и дань той старине, тем людям. Когда проходим, вспоминаем. Это обязательно в любой синагоге должна быть часть стены или часть здания, не оштукатуренная, чтобы была видна, да, старина и... Ну, конечно. Если у нас есть история, значит, у нас есть будущее.
К несчастью, я считаю, что к несчастью, я оказался здесь, в синагоге, когда уже все было готово. То есть я пришел уже в эти замечательные стены, и, пожалуй, какая-то реконструкция или ремонт, они были немногозначительны и имели, скорее всего, косметический какой-то характер. То есть я не принимал участия в воссоздании всей этой красоты. И мне сложно говорить об этом тоже по рассказам только людей, которые принимали участие. Рассказы такие, что лестничные пролеты, их практически не было. Как мне Эдуард Михайлович Ипорак рассказывал, когда сюда приехал впервые рав Берлазар, он практически там по несуществующей лестнице, да, поднялись наверх и обсуждали, где будет Арон Кодиш, как это все будет выглядеть. Тогда это казалось какими-то фантазиями, но прошло несколько лет, и как мы видим, вот такие, собственно, рассказы, что здесь раньше было не так, так скажем. Итак, молельный зал. Вау. Первый этаж, здесь мужская половина. Наверху VIP-места, это там сидят наши женщины. Здесь за перегородкой тоже. Все самое лучшее женщин. Здесь мы молимся. Стул Ильягу. Стул для обрезания. Брит на этом все? Да, на этом стуле. Пророк Ильягу. Да. Ну нет слов. Арон Кодиш. Просто сказка. Люстра была подарена замечательным евреем, который ушел от нас, в память о нем. Зихрано левраха. Но это произведение искусства, это не люстра. Это музей, который подвешен к потолку. Это да. Это просто космос. А расскажите про этот зал, пожалуйста. Итак, как вы заметили, все сделано в таких лаконичных, да, скромных, но, опять же, торжественных таких. Перекликается с нашим храмом. Эти камни сделаны из иерусалимского камня. Вот эта стена сделана из иерусалимского, привезена с Израиля. Эти камни сделаны полностью. То есть это не просто так, а именно иерусалимский камень. Как я уже сказал, на этом кресле мы делаем брит нашим сыновьям. Частенько, частенько здесь устраиваются праздники. А сам Дак сидит на стуле? Да, сидит, и у него на коленях. А Моэль стоит? Да, он стоит и делает свою работу, а делает здесь, заповедь. Здесь он проверял, наверное, какое строение? Нет, здесь как раз в момент, когда шаббат или праздники, здесь дети кишат, и, наверное, это ихние. Когти. Когти, да. А где ваше место? Мое место вот здесь, вот за этой колонной, тихонечко сижу. А Хазан где? Хазан здесь. Отсюда ведет молитву. А кто хазанит? У нас много хазанов, слава богу, но в основном это главный раввин, либо гости. Здесь он учится, здесь его место, здесь ведет молитву. Там тоже сидит габай, который помогает ему вести молитву. Здесь талисы. Когда человек, ну, приходит помолиться, если у него нет талиса, либо шаббат, он с собой не может уже носить какие-то вещи, он может здесь его взять, здесь все чисто, все кошерно. На будни можно прийти сюда, здесь есть несколько, так скажем, казенных тфилинов, да, которые можно наложить и исполнить заповедь. Это очень важно для мужчин. В последнее время так вообще важно. А вот это место раввина? Да. А обычно с раввином кто сидит? Дети. Да? Конечно. Слушайте, очень удобно, очень комфортно. Мягкое сиденье, подлокотники. Да, как в кинотеатре. Ну вот это самые козырные места, мне кажется. Все видно, хазана хорошо слышно. А где Бима? В центре зала. Сюда выносят свиток Торы.
Ее должны окружить трое человек. Трое? Ну, трое, как минимум. Здесь мы ее приносим, здесь открываем и читаем ее. Вызываем к Торе людей. И... В памяти госпожи Наави Бергман, благословенной памяти. Но здесь нужно прийти именно в момент, когда идет служение, когда идет молитва. И в шаббат здесь много людей, много народа. Когда праздники, здесь люди стоят, не хватает сидений. Такое счастье. Стоят те, кто пришел позже. Конечно. То есть здесь места не закреплены за каждым, а нет. Кто пришел, кто сел. Да, да. Я знаю, что во всем, ну, в большинстве своем в мире такое правило, что человек может купить себе место в синагоге, чтобы оно за ним было закреплено и так далее. У нас такого нет. Либо к счастью, либо к несчастью, не знаю. Но если вы пришли и сели на чье-то условное место, вас никто никогда не сгонит. Дедушки не бурчат, нет, что вот все. Нет, нет, ни в коем случае. Нет, ну люди разные, конечно, но бур-бур-бур такого нет. Спокойно, все спокойно. А та синагога, которая в 1938 году была закрыта, ее купол был таким же, такой же огромный зал? Нет, нет. Вообще она реконструировалась, было все. Не так. На первом этаже была столовая, такая лестница была другая, не было третьего этажа. Это уже сделано в последние там, десятилетия, так скажем. Она стала больше, она стала просторней, больше воздуха. Она была все-таки такая немножко поменьше, мягко говоря. То есть купол уже делали в наше время, да? Да, 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 безусловно. А можно приоткрыть... Я думаю, ничего страшного не произойдет. Этот ковчег для священных свитков Торы с любовью посвящается светлой памяти госпожи Сары Рор в дар семьи Рор, Майами, Нью-Йорк. Рор как раз это семья, которая посвятила свою жизнь, в том числе и тому, чтобы дарить свитки Торы и восстанавливать синагоги, помогать восстанавливать синагоги. Да, совершенно верно. Это люди с большим сердцем. Это просто... У вас как два ключа одновременно, как на ракетном комплексе. Да, примерно. Вот так это. Вот это да. Вау. И там еще есть свитки. А можно? Открыть можно? Полностью? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Еще здесь у нас есть комната, в которой лежат свитки Торы. Они, к сожалению, уже не кошерные. Они были вывезены фашистами из Венгрии. Я могу показать вам. Они там лежат, покрытые талисом. Мы их выносим на Симхат Тойра. То есть там порядка 10. Сейчас еще здесь есть библиотека Ленина, в которой сейчас хранятся еще, там около, я не буду врать, около 50, по-моему, свитков. Они лежат там. Вот. И приезжают постоянно юристы, они стараются это как-то отсудить и вернуть общение. Мне очень нравится все, которые приходят в... В восторге от нашей синагоги. Всегда стараемся, что будет дом для Всевышнего, что всегда будет чисто, уважительно, тепло, уютно. И у нас в это здание, как перевод слова «бет кнесет», «дом собрания», здесь собрались все еврейские организации, у нас Хесед, синагога, культурный центр. И стараемся, что всегда будут какие-то еврейские каждый день, воскресенье, суббота, понедельник, вторник, все, что... Какой вопрос, который есть у евреев, есть адрес. Воскресенье, воскресная школа, молодежный клуб, там, молодежь, там, старший класс, бар-бат-мицва, все мероприятия, вся программа, все
кроме, конечно, школы «Детский сад», все происходит здесь. У нас еще много проектов, которые только строятся. Мы строили и сейчас заканчиваем уникальная игровая комната, красивая, для детей, которые там в субботу приходят на молитву с родителями. Женский клуб делим сейчас, строим, очень красиво. И так далее. Стараемся всегда что-то новое добавить, чтобы всегда было интересно для прихожан приходить сюда и что-то новое видеть. Марк, да, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Нам много о вас рассказывали, о той помощи, которую вы оказываете евреям, евреям Нижнего Новгорода и всех местечек, которые входят в ваш регион. Нам рассказали, что началось все с вас, что вы здесь были, когда еще здесь был баяновый завод и еще что-то. Аккордеонная фабрика. Аккордеонная фабрика. Гармонная фабрика. Гармония. Извините, я неправильно запомнил термин. Нет, ну, конечно, началось все не с меня. В Нижнем Новгороде всегда были. И вообще Нижний Новгород в плане еврейства очень старый город. Все началось, как вы, наверное, знаете, с солдат, которые здесь служили еще в царское время. Это были кантонисты. Потом им за большие заслуги перед Российской империей было разрешено построить синагогу практически в самом центре Нижнего Новгорода. До Большой Покровской, центральной улицы, там, до Кремля 500 метров. Вот. А потом все время, даже в советское время, здесь было очень много евреев. Во-первых, много было евреев-беженцев во время Первой мировой войны из Прибалтики, когда ее занимали немцы. И потом здесь было очень много с Украины. Всегда было очень много евреев здесь, в Нижнем Новгороде, в советское время. По данным, которые, может быть, я не совсем точно, где-то было 35-50 тысяч евреев здесь. 50? Ну, 30, по-моему, 35 точно. Я, может быть, данными не совсем точными обладаю. И жизнь еврейская всегда была довольно-таки сильная. Синагога это была в 30-х годах. В 30-х годах эта хоральная синагога была отнята у еврейской общины. Но были молельные дома, в котором многие евреи. Я застал это время. В то время меня ходили только в него бабушка, дедушки. Я в то время особенно ходил каким-то праздником. Но были в Канавине, это Канавинский район, в Нижегородском районе. Несколько было молельных домов, которые они часто посещали. И костяк этих людей как бы перешел сюда, в синагогу, когда в 91 году, согласно решению Совета министров и так далее, все молельные учреждения передавались в общины, в том числе еврейским общинам, тоже было решение о передаче, но передача происходила тогда плохо. А вот Габай первой синагоги, Липа Грузман, который приложил много усилий к тому, чтобы синагога вернулась обратно в еврейскую общину. И вот как бы я был, может быть, в этих числе одних первых людей, которые тогда пришли сюда в 91 году. И как бы решение было, но не выполнялось. И пришли сюда, эту синагогу начали занимать и передали ее предприятие. Оно было предприятие гармонной фабрики, но в то время уже была мебельная фабрика здесь и другие предприятия. Вот на том месте, где мы с вами стоим, до революции, вернее, здесь был второй этаж женский. Но в это время, в советское время, здесь уже был, вот, так как сейчас был пол, а вот этаж, который верхний, женский, сделали уже после. До революции? Третьего этажа не было, был первый этаж вот там мужской, миква была тоже внизу, значит, в подвальном помещении. Здесь был балкон. Но в советское время, ввиду того, что здесь был завод, второй этаж преобразовался, значит, тут как бы первый и второй этаж сделали отдельно. Его ломать уже не стали, а просто первый этаж сделали такой офисный, а второй этаж и сделали мужским, а третий этаж достроили для женщины, как бы там у нас есть и места, где собираются там, другие общественные организации и так далее. И потому, так сказать, что там хранители традиции, наверное, меня так назвать нельзя, тут в эту синагогу перешли многие старые евреи, которые здесь всегда молились, в молельных домах и так далее. А это частный был завод? Нет, в советское время какие могут быть частные заводы? Но в советское время это был... В 91-м году? В 91-м году завод,
Он еще частично был государственный, но они уже тогда, многие заводы выкупались, частично он выкупался. Поэтому, кстати, наверное, он уже был акционировался тогда. Нам сказали по секрету, по большому, что вам пришлось для того, чтобы синагога была единым целым, выкупить часть этого завода и подарить это здание синагоги. Нет, это не совсем так, на самом деле. То есть просто когда-то в самом начале у нас уже был, я работал в институте научно-исследовательском, и как бы у нас была частная компания, и тогда раввин пришел, не раввин, а габай синагоги пришел и просил меня, чтобы мы на первом этаже, тут, в общем, склады были, завод был, ну, в общем, то, что сейчас вы видите, шикарная наша синагога, конечно, это был, представляете себе, запущенный завод. Вот, да, представляете, что такое, там ободранные стены, там что-то внизу, там какие-то склады, оборудование, это представлял собой именно это. Освещения не было, ну, в общем, такое очень печальное зрелище. Таких худших складов каких-то, вот, если можно себе представить, в доперестроечное еще время. И он попросил меня, чтобы мы свою фирму перенесли и посадили на первом этаже. Я ему говорю, как фирма вообще будет, когда была туристическая у нас была фирма, у нас несколько предприятий разных, как бы синагога, он все равно она совершенно не живет. Может, как-то она хоть как-то живет, благодаря тому, что там какая-то была. Мы сделали какой-то небольшой ремонт, и, собственно, не в самой синагоге, а вот сделали такой пристройчик сначала, и там поселились. И действительно это, потому что как бы благодаря тому, что там у нас было предприятие какое-то, собирались наши люди, и те, кто, кстати, к нам приходил, всегда говорили, ну, по бизнесу, всегда говорили, что пошли в синагогу, хотя приходили к нам в компанию. А вот благодаря этому синагога была всегда открыта, мы какую-то свою роль охраны выполняли, надо сказать, да. Я помню период, когда у меня пришли родители, время 10 часов вечера пришли к нам, ко мне они пришли просто по работе, ну просто там ко мне подойти. И они были в некотором ужасе. Вот этот склад, там где-то была отремонтированная комната наша, неплохо отремонтированная. Но вот это через склад, через все они прошли, они говорят, как вы тут сидите, еще какие-то деньги, ну там по работе у нас там были, там собирали мы там от туристов и так далее. То есть это же кошмар, в то время был бандитизм, не много и так далее. Но надо сказать, что как бы мы себя достаточно жестко вели в этом плане, но и, может, конечно, они сидели под боком, потому что каких-то таких вот нападений серьезных не было. Потому что Всевышнего под боком. Да, были. Всевышнего под боком. Наверное, все-таки, ну, мы, конечно, могу сказать, тоже какую-то роль сыграли в этом плане, потому что какие-то познания были. Но вообще Всевышнего под боком. Сидели мы, наверное, под его... И в итоге, значит, часть завода вы выкупили? Нет, это потом, значит, ситуация, если так рассказывать, это долгий разговор, наверное, нет смысла его вести. Но то, что выкупили, мы выкупили небольшую часть, которая не являлась синагогой. Сейчас вот с фасада это выглядит, как синагогу отремонтировали. Это вот та часть, которая над аркой? Слева, да, над аркой, совершенно верно. Та часть, которая над аркой. И примыкает к офисному центру. Да, офисный центр наш уже впоследствии был построен. Вот. Ну, как бы тут тоже были жилые дома, мы все ломали. Это вообще совершенно другая история. Вот мы завод этот построил, вот этот вот над аркой корпус он построил отдельно. И мы в свое время, когда вот передали синагоге, потом через пару лет нам уже там было как бы мало места, мы решили всю эту часть отдать синагоге, и мы у завода выкупили ту часть. Просто как бы уже купили. Частные организации, они уже были частные, в то время они уже были частные. Мы не выкупили эту часть, и мы там долгое время сидели. Но потом Нижегородская синагога, слава богу, стала встать на ноги, и вливания денежные были, отнюдь, конечно, не только от нас, от меня, там, от других организаций были помогать. И в частности, благодаря тому, что пришел тот раввин, который у нас сейчас, было несколько раввинов здесь, и тот раввин, который сейчас, Шимон Берман, ну, благодаря нему синагога существенно очень расцвела. Мы до этого делали ремонт, но тот ремонт, который сейчас здесь сделан, благодаря его усилиям и привлечению денежных средств, конечно, они несопоставимы с тем, что было. Синагога привела тот вид, который сейчас есть. И благодаря тому, что она развивалась, места уже не было. И мы решили ту часть, которую мы выкупили, передать синагоге, себе построили, ну, мы уже давно начали строить, долго там, построили здание, которое тоже сейчас находится рядом с синагогой. Во-первых, это всегда была синагога. Это один из самых старых синагог в России, 140 лет. Во-вторых, конечно, благодаря помощи раввин Лазар, спонсоры, которые из Америки, нижегородские евреи, которые участвовали, помогают и каждый день они участвуют, и поэтому вот настоящая красота синагога – это не стены,
это прихожан, это община, которые приходят, которые им это важно, которые они участвуют. Это настоящая красота синагога. Стены есть везде, и красиво, и по-разному. Пришла женщина-вдова, когда мы строили синагогу, и дала брачное кольцо. Сказала, мой муж уже умер, мне это уже не нужно. Продай, пусть это будет мой вклад на стройку синагоги. Наверное, это самый трогательный был вклад. А да, евреев помогает нижегородский от и до. Поэтому нельзя, я не вижу, что тот, который дал много, это самое главное. Тот еврей, который дал тысяч, 10 000 рублей и считал, что он участвует в ремонт, в стройке синагоги, это крайне важно и приятно, и трогательно. А вот сама синагога, вот это здание, где мы находимся, ее государство передало? Ну, по распоряжению государства. Но оно принадлежало, понимаете, когда 91 год, только еще началось преобразование, так сказать, предприятий, акционировались они, забирались и так далее. Тут был какой-то переходный процесс. И я думаю, что, к сожалению, не могу сейчас сказать полностью, но я думаю, что все-таки документы, в собственности, было у предприятия, но предприятие частично принадлежало тогда еще государству, насколько я понимаю. Ну, как раз был такой период, что они выкупали у государства и так далее, но распоряжение было, я думаю, что все это было еще такое не очень явно. Вот когда уж я выкупал, это было четко, так сказать, частная собственность. Не отдать они не могли? Ну, это же распоряжение. Наверное, могли. Почему нет? До сих пор ведь кое-что не отдали. Да. Кстати, не только синагоги там, и православные там какие-то храмы, это какие-то не отдали, да, в то время. Ну, там тогда... Конечно, активность была вот Габая, который был здесь занимался, Алипа Грузман. Он, по сути своей, не хотели отдавать. Но он тогда собрал вот тех, кому, вот я был тоже, так сказать, значит, которые, людей, которые были учредителями, так сказать, первые, кто были, да, и со стариками он пришел сюда молиться. Вот здесь стояли станки, рабочие работали. Они пришли сюда молиться. Вот просто стали молиться, как поставили перед фактом. Стали каждый день сюда ходить. Ну, поскольку была правовая основа под это дело, что надо было передать, как-то они быстро сломались. Некоторые предприятия, ну, как-то, ну, они пошли навстречу на самом деле в чем-то. Они могли, конечно, встать там в позу и сказать там что-то еще, но был такой, у них период был такой. Предприятие, финансовое обеспечение было плохое достаточно и так далее. Ну, как бы все это вместе, и наша настойчивость привела к тому, что синагога была передана. А правда, что здесь вы планируете сделать целую еврейскую улицу, еврейский центр? Да, было вообще, здесь лед был раввинов России, и на нем присутствовал губернатор Нижегородской области и другие лица из администрации города и области. И есть планы на то, чтобы еврейская улица в том плане, что здесь какие-то предприятия будут, они сейчас уже есть, которые принадлежат каким-то евреям. Но, в принципе, просто это старый Нижний Новгород, и это очень много таких исторических помещений, зданий. И вообще в Нижнем Новгороде сейчас много уделяется внимания тому, чтобы сохранять историческую среду. И вот благодаря тому, что здесь есть синагога, и благодаря усилиям и пожеланиям администрации области и города, как бы улицу хотят возродить, вернее, оставить, реконструировать и в некотором смысле возродить историческую среду. Но синагога здесь является доминантой, конечно, и в архитектурном плане, и в плане людей, которые здесь посещают. Ведь вот благодаря синагоге надо отдать должное. И люди, которые сейчас вот здесь очень много старых домов, часть людей переселили. Но я могу вам сказать так, я вот здесь нахожусь, так сказать, непосредственно с 91 года. И люди, которые здесь рядом жили, они все были страшно рады тому, что здесь как бы возродилась синагога. Потому что здесь был в последнее время, в конце 80-х, 90-х годах, такой запущенный угол, хотя он в самом центре находится, но был такой запущенный старый угол. Благодаря тому, что здесь синагога, начали собираться люди, какие-то мероприятия стали проводиться. Вот когда мы здесь сидели, в самом начале здесь освещения не было на улице. Ну, вообще был упадок, да, в 90-х годах, так сказать, много чего не хватало. Не было освещения. Вот поставили столбы, так сказать, медитировали за это и так далее. Освещение, люди стали приходить. Поэтому реконструкция улицы в плане возрождения, в плане сохранения исторической среды, она очень, так сказать, для города актуальна, поэтому... Все этому навстречу. А в доме старом, в деревянном,
Жил раввин. Ну, в одном из этих, вообще в нескольких домах. Тут была первая, это была, это, значит, здесь была хоральная синагога, потому что хоральные хоры здесь были и так далее. Вот большая синагога хоральная. Самая, собственно говоря, большая и старая была вот во всем Поволжье. Дальше, здесь в одном доме он жил, в другом доме, значит, проводились еще тоже частичные богослужения. То есть, как бы тут такая среда была вокруг. Но это как бы надо посмотреть больше всякие исторические документы. Ну да, рядом жил раввин, была его квартира. Что для вас значит это место? Не именно где мы стоим, а вообще вот это еврейское местечко на этой прекрасной... Ну, для меня вообще Нижний Новгород много чего значит. Я в этом городе родился, живу всю жизнь, много сил для его в город, так сказать, в свои предприятия, в развитие города, можно сказать, вложил. И, конечно, в развитие нижегородской общины. Для меня это место со мной связано уже вот 30 с лишним лет. Здесь я нахожусь, здесь находится... организации, в которых я работаю рядом, синагога Нижегородская, как бы для меня все это слилось, тут много что значит. Большая часть моей жизни проходит здесь. Сколько у вас людей в подчинении? Ну, в разный период времени разное количество людей, ну, там, в совокупности бывает до 150 человек. Сейчас в меньшинстве немного, в разных предприятиях наших. А расскажите про свою семью. Где вы познакомились с женой? С женой я познакомился здесь, в Нижнем Новгороде. Ну, это жена, дочь, брат родной, с которым мы вместе работаем. Борис. Да, Борис. У него семья, двое детей. Вы постоянно с ним вместе? Ну, да, бизнесом занимаемся вместе. Да, все вместе. Он младше меня на 11 лет. Но мы всем разным предприятиям. У нас как бы есть некое разделение, кто чем занимается, но мы вместе все время занимаемся бизнесом. А что, на ваш взгляд, является... Образование мы оба математики, оба работали в институтах научно-исследовательских. Так, так далее. Ну, вот как бы. Кстати, о математике. А можете рассказать про этот новый проект, в котором участвует и правительство Российской Федерации, и губернатор, связанный с одной еврейской фамилией? Интересно. Ну, в двух словах могу сказать, конечно, хотя это, наверное, лучше у них спросить. Строится IT-кампус, нацеленный к международному масштабу, как планируется, который... Направленность его связана некоторым образом с математикой, она, значит, это IT-кампус, то есть такая явная направленность для развития IT-индустрии в России, ну и в частности в Нижнем Новгороде. Это будет прямо в самом городе? В самом городе, недалеко отсюда. Кстати, вот, ну, базовым является Нижегородский университет имени Лобачевского, который я закончил в том числе. А, вот, а называется, будет весь этот комплекс, кампус, программа будет называться NAMRC. А Неймарк – это один из выдающихся математиков Советского Союза и России, Юрий Исаакович Неймарк. Он вообще был моим научным руководителем, я учился у него. Очень известный человек, основатель вычислительной школы в России, в Советском Союзе. Вообще он создал первый в Советском Союзе факультет вычислительной математики и кибернетики, который я окончил. Это было, если мне не изменяет память, в 1963 году. Первым был в Советском Союзе, а уже после него открылся факультет с аналогичным названием в МГУ. Подождите, а можно узнать, какого вы года рождения? Я 59-го. Вы в очень хорошей форме. В очень хорошей форме. Нет, я не в 63-м году никакого отношения не имею. Про кибернетику. Факультет был в 63-м году. Про кибернетику. Про кибернетику, та, которая продажная девка империализма? Да. То есть получается, что... Этот кампус IT или там... Ну, просто направленность у него. Вообще он кампус для сосредоточения и для развития, и для учебы, и для дальнейшего развития по разным специальностям, я так понимаю, будет научным. Но просто одной из главенствующих ролей будет являться вот IT-направленность. То есть он тоже... Да, ну как имеет отношение к евреям. Или евреи имеют отношение к ним, то сложно сказать. Скажите, пожалуйста. Создатель кибернетики Винер тоже был еврей. Вопрос. Будет ли место, где с комфортом и без проблем, без тесноты могут разместиться еврейские семьи, которые будут к вам приезжать на праздники, на шабаты, отдохнуть летом, зимой, на санках покататься. Это не связано с кампусом. Поработать. Вот, например. Мы еврейская семья. Я, мой брат и Илюша, наш кинооператор.
Мы вот 10 гостиниц обзвонили, нигде нет номеров. Ну, в общем, вот где-то в шаговой доступности от синагоги на этой еврейской улице. Все понял. Во-первых, такой опыт уже есть. По этому поводу мне очень просто ответить на этот вопрос, потому что одна из моих компаний, это туристическая компания, одна из старейших в Нижнем Новгороде. Она, кстати, тоже создана в 91-м году, потому что там больше 30 лет. Я бы такой доверял. И мы просто занимаемся тем, что много всяких направлений в нашей туристической компании, но мы, наверное, самая крупная компания, которая занимается приемом и обслуживанием туристов в Нижнем Новгороде. Как бы вообще-то местным туризмом в Нижнем Новгороде, в близлежащих регионах нижегородских и так далее. Конечно, мы там за границу отправляем и так далее. Но как называется? Эгна. Эгна. Да. Эгна. Эгна. Четыре буквы. Эгна. Вот знаете, что компания Эгна существует с 1991 года, и это та компания, которой можно доверять. Если вы принесли свои деньги в эту компанию, вы 100% уедете, улетите, да. Улетите и будете довольны отдыхом. Да, реклама пошла. Братья Эйхфусы. Да. Нет, послушай, скажи, 10%. Ну какой 10? 10% скидка будет. У нас какая-то финансовая какой-то вопрос. Все на этом. 5%. Ваша фамилия Эйхфус? Да. Вы Эйхфус? Да, Эйхфус. Эйхфус? Да. А моя фамилия Эвин. Я посмотрю, на букву это. Если назовете пароль Эйхфус, 5% скидка. Вот к чему. Нам ничего не надо. Я согласен. Значит, смотрите, я просто хочу сказать, по этому поводу очень просто ответить. Поскольку мы до этого принимаем, естественно, мы принимаем вообще туристов в Нижнем Новгороде. Очень интересный город, исторический и так далее. И вокруг все, много есть, что посмотреть. Это отдельный разговор. Я как бы очень люблю Нижний Новгород и могу много что про это рассказать. Сам еще в советское время, когда учился на математике, у меня было хобби, я работал экскурсоводом. Там была интересная история Нижнего Новгорода мне и так далее. И в этом плане проблем никаких нету. А теперь, если говорить о встрече групп евреев, то есть которые соблюдают, там, допустим, кашрут и так далее, тут проблем тоже никаких нету. Во-первых, у нас есть блоки мест, и что касается гостиниц, мы размещаем всех в Нижнем Новгороде. У нас есть туры от 3 до 7 дней в Нижний Новгород. Это вообще без проблем. И, соответственно, есть такие, которые в шаговой доступности от синагоги, есть тот, кто соблюдает шаббат, вообще никаких проблем нет. Вот. Кто соблюдает, например, какой-то, может быть, кашрут, лайт, так скажем. У нас, например, традиционалист. Да, у нас, например, есть свое кафе, ресторан в центре города, где оно не кошерное, но как бы там нет свинины и других каких-то вещей. Как называется? Кошер-стайл. Да, в какой-то степени. Как называется? Кошер я бы не сказал, как-то несколько все-таки. Наш кафе называется Barrel Bar. Barrel Bar. Бар. Записали. Вот, значит, ну, ресторан, это на самом деле небольшой. Вот я хочу сказать, что это дело не в этом. То есть питание, так сказать, и от синагогой. У нас как бы были уже еврейские группы, когда проблем нет, если нужно питание в синагоге, значит, соответственно, в синагоге хороший ресторан, где можно питаться, а доступность, например, у нас есть одна из наших, у нас вообще несколько базовых гостиниц в нашей компании, 3 звезды, 4 звезды, например, 4-звездная гостиница Мариот находится в 5 минутах ходьбы от синагоги. То есть как бы проблем никаких. Это тоже ваше? Нет, к нам она никакого отношения не имеет, это международная цепочка Мариот. А вот, ну просто хочу сказать, что рядом, мы там базовые, у нас там блоки мест есть в этом плане. Блоки мест, понятно. Да. Расселите, покормим, покажем, все и так далее. Ну, например, могу сказать, что в ближайшее время, на этой неделе, здесь же будет семинар, большой съезд рэббиниц из России, всех женщин, супруг раввинов российских, да, знаете, наверное. Да, и конечно. Вот мы для них проводим экскурсию в субботу по окончании шаббата по Нижнему Новгороду. Очень круто. Да. Где ваше место в синагоге? Мое место, ну, у нас как бы нет такого сугубо закрепленного места, но обычное место у меня где-то вот здесь. Вот здесь? Ну, вот здесь. Здесь и здесь. Здесь я с братом. Что? Ваш брат рядом? Да. А что в вашем шкафчике? В моем шкафчике здесь нет ничего. Ни тфилины, ни пистолета? Здесь нет, да. Бывает, есть так постоянно? Нет. Да. А вы счастливы? Вам комфортно? Комфортно. Ну, всегда человек хочет чего-то лучше, наверное. Ну, в общем, да. Я рад, что я в Нижнем Новгороде. Ну, а что бы вы... Зачем ты полезен вот, в синагоге? Вот, рад. Какая... Вот если быть идеалистом Марком,
Что бы вы вот подрегулировали, чтобы ну, чуть-чуть... Улучшить. Ну, не улучшить, наверное. Это большой список, смотря из чего. Ну, из еврейской жизни. Я вообще максималист, я идеалист, я в плане, так сказать, я перфекционист. Поэтому мне все хочется, вот, чтобы ремонт был сделан максимально хорошо и так далее. В еврейской жизни, даже, не знаю, сложный вопрос, много чего можно перфекционировать. Чтобы евреев больше было, чтобы больше ходили в синагогу, чтобы больше вообще евреев было в Нижнем Новгороде. А есть чем сманить их из других регионов? Или, например, ну... Сманить как-то слово. Я даже стесняюсь сказать, откуда. Сманить-то их можно только из одного места. Ну, из Москвы. Да, из Москвы, совершенно верно. Но у нас в стране так все... Тут нет вопроса не об еврействе. А у нас в стране так все устроено, что все очень централизовано. Так было и в Советском Союзе, а сейчас еще более все централизовано. Это Москва, ну и Санкт-Петербург. И поэтому, а поскольку все финансовые и так далее потоки даже не относятся к еврейству, у нас проходит в Москве, то сманить, наверное, их тяжело. Хотя я вам скажу так, часто очень сюда приезжают, благодаря вот, кстати, различным вещам, которые здесь проводятся в Нижнем Новгороде, и семинаров, и много, вот благодаря тому, что администрация Нижнего Новгорода, Нижегородской области, делает очень много по развитию различных проектов, очень много приезжают сюда компаний, которые начинают работать в Нижнем Новгороде. И из них руководители их или представители часто бывают евреи, поскольку мы здесь с ними встречаемся. Поэтому каким-то образом уже, может быть, сманиваем. У меня есть минимум два еврея, которые с удовольствием приехали бы сюда, если бы была благоприятная обстановка с рабочими местами. Ну, вот с рабочими минимум два. Смотря чем они занимаются. Ну, один строитель, он специализируется по металлоконструкциям промышленным. Так. А второй работает журналистом и пишет стихи. Ну, для обоих их есть, бесты есть. Они, вот первый он предприниматель или нет? Или он как он, бы... он был предпринимателем, он был предпринимателем, но у него своя компания. Слушайте, он строил... Икея, метро строил, Икея. Я по этому поводу хочу просто сказать, в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области сейчас много свободных экономических зон, территориальных свободных экономических зон, вот по этому поводу. И со всякими льготами и так далее, есть сейчас зоны, в Нижегородской области, в Дзержинске в частности и так далее, в которые приходят очень много предпринимателей из других регионов России. И там большие послабления, там отсутствие налогов на 10 лет и так далее. Поэтому есть места, где и помещения даются в аренду на очень льготных условиях, и для развития промышленности, там, цеха и так далее, здания даются на очень льготных условиях. Поэтому, тем более, если они евреи, то и мы им окажем какое-то содействие там, по связи с администрацией, да, и так далее. На этой Москве свет клином не сошелся. Причем действительно не сошелся. А знаешь, а с учетом того, что мы находимся в двух шагах от Москвы? Да. Это вы. Журналист и литератор, это мой брат, а я строитель. Я понял. Мой папа, как я рассказал, из Иерусалим, 10-е поколение. Моя мама родилась в Венгрии. Моя бабушка пережила Холокост. Была в Освенце, была внутри газовой камеры, потеряла там родителей, братья и сестры. И чудесным образом осталась жива. Осталась жива, умерла год назад, 97 лет. И имеет... 300-400 потомков. И это настоящий урок о еврейской жизни. О ней много что можно учиться. Но одно, что я всегда повторяю, она, ее папа и дед, они были раввины, маленькие местечко в Венгрии, очень красивое место, называется Торна. В горах очень красивое место. На горах. И там жили много евреев. Я говорю, что были евреи, которые жили в этой улице еврейской, рядом с синагогой. Были евреи, которые считали себя более современнее, не хотели жить внутри как-то. Это когда нас забрали, забрали все вместе. Мы должны знать, что мы евреи, и лучше быть евреем, когда мы гордимся с этим, когда это хорошо быть евреем, когда
уважают евреев. И не дай Бог, что нам напомнили наше еврейство, когда есть какие-то проблемы. Это о котором мы должны знать, я думаю, каждый день в нашей жизни. Сейчас мы живем в уникальное время, когда уважают евреев, уважают еврейство, уважают соблюдающие евреи по всему миру. Когда президент России или США или Великобритания хочет встречаться с евреем, он может встречаться с известными банкирами, музыкантами, врачами, и он встречается с раввинами, соблюдающими, потому что это на сегодня по всему миру еврей – это соблюдающий еврей. Есть возможность сейчас везде, по всему, в Иран есть соблюдающий еврей, есть синагога, есть кошерная еда, есть, можно соблюдать шаббат. Нам надо ценить это время, стараться быть ближе, соблюдать, если вещь нам даст только хорошего до прихода Машиаха. Итак, и как я уже говорил, VIP-места, женская половина. Здесь они сидят, молятся. Специальные ширмы, которые закрывают. Почему, собственно, женщина отдельно, мужчина отдельно? Мужчина все равно так устроен, что он отвлекается. Отвлекается, и тем более женщины, мужчина так устроен. И мы не можем на них смотреть, лучше мы будем здесь. Они сидят наверху и могут смотреть на нас. У них более с порядком и организацией более все сложено. Они молятся здесь. Дальше у нас в молельном зале находятся шкафы с книгами. Любой человек может сюда прийти, взять сидур, все, что необходимо для молитвы, это сидуры, книга Тейлим, Тора, с Гафтарой, либо без. Здесь у нас представлена Таня, Пиркей Авот, трактат Авот, учение Любавичского Ребе. В свободном доступе, Мишна Тора, пожалуйста. Но это все книги рабочие, то есть... Все рабочие, вы можете посмотреть, они все, любая в таком состоянии, в рабочем. Именно здесь нет таких... Что-то пополняем, естественно, докупаем, но все они так или иначе открываются, читаются, учатся. Здесь в основном эта половина шкафа, здесь русскоязычная. Здесь представлены еще сидуры разных толкований, то есть есть врата молитвы, это такие больше литовские, какие-то здесь были тоже горские. Здесь брошюры для, в основном для молодежи, которые только начинают сейчас ходить, очень большой молодежный клуб. Вот такие брошюры напечатали, где можно посмотреть, как устроена молитва на шахарит и трансцеллерация, так называемая. Можно прочитать. А это подарочные или здесь пользуются обычно? Нет, это пользуется. Это пользуется. Здесь уже для ивритоговорящих, ивриточитающих, ивритоучащихся. Здесь представлен полный спектр для обучения. Здесь есть все. Буквально все. А Вавилонский Талмуд где? Вавилонский Талмуд, я вам сейчас покажу, это отдельная история, так скажем, отдельное помещение, в котором учатся. Там есть несколько уроков именно Вавилонского Талмуда. Да? Можно достать? Конечно, конечно. Вот это уже книги серьезные. Это уже... А Зоар Кодыш? Зоар – это серьезно. Это Каббала. Ее можно учить уже после 40-45 лет. Но это серьезные книги. А сейчас здесь находится учебный класс. Еще можно секунду, Раби? А это что за книга? Честно, Шульхан Арух. Шульхан Арух. Да. Да. Шульхан Арух. Мне кажется, прочтешь эту книгу, и у тебя уже в кармане высшее образование. Ну, если прочтешь, ее надо учить, по ней надо жить. Если ознакомился с каким-то законом, его не соблюдаешь, уже отдельный спрос за это. К учению нужно очень осторожно. Надо учиться, но если ты это не соблюдаешь, но ты это уже знаешь, ты уже нарушаешь. Слушайте, как это глубоко.
Ну, это правильно. Это честно. Как минимум. То есть лучше вообще не браться, если ты не готов внутренне? Это не я сказал. Это серьезная вещь. Если ты прочел хотя бы часть этой книги и погрузился в познание, но не соблюдаешь тех законов, которые смолодушничал, требуются. Или решил срезать дистанцию. Пропустить, да. То с тебя уже спрос будет другой. Но у нас же всегда, как у настоящих евреев, у нас всегда есть выход, у нас есть тшува. Мы можем раскаяться, и все будет хорошо. Видите? Шульхан Арух. И еще можно я одно? Конечно. Подержу в руки. Шульхан Арух, как Перкея вот когда-то учат, какие-то праздники или там какой-то временной отрезок года? Перкея вот, как вы уже сказали, есть летний период, который мы читаем по главе после Минхи субботы. Шульхан Арух мы учим онлайн и на протяжении Кактора. Она идет циклично, каждый год за годом. Шульхан Арух надо учить. Можешь прочитать? А что это здесь написано? Это Талмуд. Это... Талмуд. Да. Талмуд. А это ба... Бабает. Баб... Нет. Ли. Ба... Это Талмуд. Давайте на этом. Это Талмуд. Сейчас здесь находится учебный класс, но здесь будет еще один молельный зал. Маленький, так называемый зал хаббатника. Сейчас уже будет собираться Арон Кодеш здесь. Здесь будет тоже такое лаконичное убранство. Здесь он будет находиться. Уже готова ниша под Арон Кодеш. Здесь все будет по-другому. Следующий ваш приезд, я обещаю, здесь все будет по-другому. Расширяться будет помещение? Нет, это будет маленькая, уютная синагога, отдельный зал с Арон Кодешем. Здесь будут литваки собираться, да? Или городские? Посмотрим. Но должно быть в городе все равно две синагоги, в которую хожу и в которую не хожу. В любом случае. Да, может быть бухарские? Или потянут количество нагорских и бухарских? Хороший вопрос. Литваки соберутся? Я думаю, что здесь будет хаббатская синагога. Я в основном общаюсь с людьми золотого возраста, так скажем, кому за 40, то есть это мои одногодки. Есть целый клуб, подразделение, так называемый братский круг, который мы собираем каждый четверг, и там мы собираемся, учимся недельную главу и так далее. Мне с более старшими проще, потому что молодые, как это показала практика и как я это вижу, к сожалению, я некоторых вещей уже просто не могу понять в связи с своей уже такой, своим преклонным возрастом, так скажем. Стараюсь как-то быть с ними на одной волне, но это выглядит скорее как-то, не знаю, нелепо, наверное. У нас есть замечательные руководители молодежи, которые берут на себя, но я стараюсь им как учить их, как старший товарищ, но все-таки предпочитаю разговаривать и общаться и учиться у людей золотого возраста. Я их чему-то учу, и они меня, безусловно, чему-то учат. Итак, пойдемте. Молодежная организация, это на самом деле такая гордость нижегородская, очень большая, замечательный лидер. А кто возглавляет организацию? Возглавляет Рувен Сверлов. Да. Молодежный клуб. Подумал о нем, видимо. Добро пожаловать. Здравствуйте. Так. Мы с вами виделись уже. Да. Да. Здравствуйте. Я Андрей. Рувен. Я Эзра. Можно Кирилл. А я младший брат Миша Свердлова. Да. Да, мы вместе ходили в одну синагогу с вашим братом. Я с Мишей знаком 10 лет. Да. Да. Среди своих, но это было давно еще. При Херсонском, да. Когда Херсонский. Круто. Большой человек. Йосиф. А... Раби, большой привет. Всем привет. Йосиф. Раби Йосиф, большой привет. Миша Свердлов, большой привет. Твоей супруге, твоим детям большой привет. Миша,
с очень большой теплотой всегда отзывался о Нижнем Новгороде. Поездка в Нижний Новгород для него было событие. Все об этом знали, и когда он приезжал, тоже об этом знали. И он об этом отзывался, он мне говорил, там какая-то браха особая. Там еврейская община такая, что просто оглохнешь. Согласен полностью. Мы называли это пушка. Пушка? Да. И вы должны в том числе нашим телезрителям это проиллюстрировать. Давайте. Что тут происходит? Расскажите про свое детище. Мы находимся в помещении молодежного клуба. Мы называем его Яхат Нижний. Так называется клуб наш, потому что есть Яхат, большое объединение всей молодежи Еврейской Федерации Общин России. Мы филиал Нижегородский. Вот это помещение, в котором мы еженедельно встречаемся, проводим шабаты, праздники, уроки. Даже были здесь уроки бокса. Да. Кто победил? Победил Давид, потому что он был ведущим. Преподаватель, да. Вот. Здесь есть фотографии наших разных мероприятий, хуб наших ребят. А знакомиться молодежь? Знакомиться, общается. И сколько было, сколько раз хупа было? Да. Ну вообще, смотря какой срок. Вот, например, у нас две недели назад было две хупы за неделю. Но до этого не было, наверное, года полтора-два. До этого было несколько лет, когда там за несколько лет сразу было там около семи хуп. То есть, ну, накатывает периодически. Поколение новое, там общается, знакомится, какой-то процесс. И, ну, в общем, у нас было больше 15 хуп за последние, я думаю, что лет 5 точно, молодежных. Многие ребята уехали в Москву, кто-то соблюдающий уехал в Москву совсем, некоторые здесь. Вот. В том числе у меня была хупа за последние 7 лет, получается. А вы с женой где познакомились? Мы познакомились в этом здании, по сути. Она училась в еврейском садике, в еврейской школе, наша община. Я не учился ни в садике, ни в школе еврейском, я в обычных садиках и школах учился, не еврейских. Вот. Дальше я... Ну, моя семья достаточно традиционная, то есть родители нам с братом прививали ценности еврейские с детства. Не соблюдающие себя, не религиозные, но традиционные. Праздники, Ханука, Пэх, отмечали сюда. И в лагерь Ганнес-Ройль ездил каждый год летом. Абсолютно каждый год, который был в Нижнем Ганнес-Ройле. Я был по возрасту подходящим, там, 6-18 лет я ездил. Вот затем начал делать какие-то детские проекты. И тоже подростковые проекты. Пришел в школу еврейскую, пригласил ребят. Вот, я буду делать для вас мероприятия в синагоге. Каждый раз к ней приходить, в том числе пришла моя будущая жена. Вот так мы познакомились. А вы с ней или она с вами? Ну, я думаю, что я познакомился, что я пришел, вот я буду вести мероприятие, приходить в гости, и она пришла, и так, по сути, через какое-то количество времени, через какое-то количество лет, мы начали общаться больше, ближе, и потом поженились. А телефончик сразу оставили? Нет, вообще нет. Ну, в базе данных у нас был сразу телефон, если что, я могу найти. А чьи это фотографии? Давайте посмотрим. Да, здесь фотографии разных наших мероприятий, молодежных, за последние годы. Например, это Пурим. За прошлого года. Это тоже Пурим, это другое место. Ну, на Пурим мы обычно рядом какое-то интересное место в городе, типа бара, кофейни, какой-то разной тематики делаем. Допустим, это был бар, называется «Селедка и кофе», мы там делали в стиле «Селедки и кофе». Сверху мексиканский бар, мы там делали мексиканский Пурим, вот видно, что я в шляпе мексиканской. Это мы поем песню, мы придумали на историю, на событие истории Пурима песню с испанским манером. А можете напеть? Помните, я могу по-испански только спеть. Это ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Там был злой аман. Как в том анекдоте. Тихо. Как? Злой аман. Ай-яй-яй-яй, ай, злой аман. Ай-яй-яй-яй, какой ты. Дальше. Цензура. Это мы на экскурсии в книжниках в Москве. Это лагомер празднуем. Это вот как раз бокс, который нам преподавал Давид. Вот прямо здесь, в этом помещении, до ремонта. А у Давида в кабинете, я сейчас заглядывал, стоит боксерская груша. Он, кстати, чемпион, вы чемпион России, да? Нет. Чемпион мира? Нет, я принимал участие в многих соревнованиях. И вот ПФО было последнее, там третье место занял по джиу-джитсу. Ну, это уже было 2 или 3 года назад, до травмы. А джиу-джитсу вот так вот бьет? По-разному. Выпечка хау у нас дома. Вот это, кстати, моя жена. Это девушка нашего клуба молодежного. Это мы делали на Хануку, снимали фок, там делали Хануку на льду. На самом деле, на прошлый день была хупа вот у этой девушки. Тут ей лет, наверное, 12, сейчас ей уже 20. А вот не она? Нет, это разные. Здесь нет. Это тоже самое мероприятие. Это, кстати, моя хупа. Вот это я, это моя жена. На стуле? Это я на стуле, да. Это только после Хедри Худ меня как раз внесли в зал на стуле и начали сразу в дикие пляски. Вот, это разные поездки. Была поездка в Америку к Рэбе, это Ниагарский водопад, девушки ездили, вот это моя жена, наша Рубанит Яэль.
Это барбекю мы делали здесь, во дворе синагоги, периодически делаем. Это поездка с Яходом в Европу. Ну, в общем, жизнь у нас разная. А и это не Лагбаумер? Нет, это вообще май, поездка в Европу. Это, скорее всего, Испания. А вот что это за это как раз, это я жарю барбекю в дворе синагоги. Это правда? Я ВКонтакте мог ее или в Фейсбуке видеть эту фотографию. В дворе на синагоге мы часто там делаем такой фарбрендинг, типа, для парней, для мужиков. Вот. Короче, наша жизнь разная очень. Мы и халу выпекаем, и праздники отмечаем еврейские. Тут мы снимали ролик про Цдаку, например. У нас каждый месяц наши участники клуба молодежного финансово поддерживают клуб. Вот это был рекламный ролик, который мы снимали. А это вы? Это я, да. Очень похож на брата. Очень похож. Я подумал, что это он. Ну, он немножко сейчас покрупнее, чем я. Ну, он человек, у него уже 3 ребенка. У меня все 2. Вот. И на Азамчика. Азамчик. Азамчик? Да, Азамчик. Не слышали Азамчика? Азамат только знает. А, настроили для четкий. А сколько лет детям вашим, как зовут? У меня две дочки. Минуха Рахель, ей 4,5 года. В Песах она родилась. И Лея, ну, Циля Лея, не знаю, она родилась прямо перед Пурьмом. Ей 1,5 года еще. А вы Цилю Лею Циль зовете или Лея? Мы зовем Лея. Циль — это в честь моей бабушки. А Лея — такое ходовое имя в семье. Давайте им привет передадим. Привет, Рахель, Лея. Так, дальше. Ну, здесь не прям музей, чтобы ходить и смотреть, но есть у нас такая лаунж зона здесь. Когда у нас урок, каждый раз собирается молодежь, у нас здесь есть урок. Мы давайте прям так, и посидим прямо. Давайте, вот тут все отбегаем здесь. Как будто здесь урок. Тут у нас брендировано все, Яхат. 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 Яхат переводится в иврит как вместе. Молодежная, еврейская, всероссийская и все СНГшная комьюнити. Вот. Вот девушка тоже в нашем клубе работает. Сейчас. Здрасте. Такой коворкинг здесь. Здесь удобно Wi-Fi, интернет, Apple TV. Ну, здесь еще днем собирается клуб любителей Талмуда. Да, здесь в Евроте проходят уроки Талмуда, да. Постоянно здесь движение. В этом клубе тоже, в этом помещении тоже есть подростковый клуб, Energy называется. Для школьного возраста. То есть они приходят сюда по скринам, занятия у них. И когда они вырастают, они приходят, по сути, в молодежный клуб наш. В этом же помещении переходят. А приходят они зачем? Вот какой смысл? Вы наверняка задавали вопросы. Вот, ну, да. С какой целью ты пришел? Я думаю, что если мы говорим про молодежь, в основном у них две потребности базовых, ну, таких, еврейских. Общаться? Первое — это да. Ну, они понимают, что они евреи, у них так много знакомых евреев, поэтому им хочется быть в комьюнити, где можно поговорить с такими же, как они, на уровне тех же ценностей, которые у них есть, еврейские. Вот. Второе, я думаю, что они ищут, конечно же, общение, в том числе найти свою еврейскую половинку. Что, наверное, главная цель вообще нашего молодежного клуба. Вот. А у меня тоже очень важный вопрос. А когда они стали делать квадратные? Это недавно совсем. А? Мне кажется, недавно совсем. Серьезно? Я даже не видел. Что они стали сейчас делать там черные и квадратные. Это вот недавно, да, недавно. Это новый. Да? Как раз. А что за дверь? Там у нас есть, можно открыть, если интересно. Да, там, конечно. Пойдемте. Вот мы оказываемся в банкетном зале здесь. Вау. Нижнезерный. Вау. Это специально для молодежного клуба банкетный зал? Совсем. А? Совсем. Здесь каждый день. Скажите, что специально. Вы не показывали. Нет, вы не показывали. На самом деле, когда... Моти Вайсберг вы не показываете. На самом деле, в пятницу, когда собирается молодежь, здесь молодежь. То есть мы там учимся, у нас урок там проходит, там такой чил. Сюда ребята приходят, здесь уже у нас столы открыты специально на трапезу шабатную. Как раз вот девушка, которую вы видели, потому что она обычно это украшает, оформляет. Вот, в будни дети всегда проходят трапезы, община здесь может купить. Благотворительная столовая, так скажем. Бизнес-ланч можно сказать. Бизнес-ланч, да. Это каждый день? Да. Да, посмотрите. А со скольки до скольки? С 9 и до 5. Дорогие друзья, с 9 каждый день. Ну, кроме, наверное, пятницы. Хотя почему? Пятницу тоже можно. Кроме субботы. Приходите в ресторан, в кафе, который находится в Нижегородской общине, в еврейской, и кошерный бизнес-ланч вам гарантирую. Грузинская 5А. Грузинская 5А. А про этот потолок вы, пожалуйста, не говорите сокольникам ИГУЕ и их дизайнеру. Нет.
Не говорите. А Моти Вайсбергу не говорите про это место. Просто не говорите. Он прекрасно про это место. Да? Это часто бывает. Просто у Рафмоти жена Дина, она сестра родная нашего района. Поэтому тут часто бывает как гостях, по семейным делам всякие. Ну, мы его, это место зовем Ковчег, потому что здесь нет окон. Оно такое, как будто в трюме. Но зато потолок, да. Зато потолок компенсирует окна и такое ощущение. Здесь уютно, да. А это натяжной потолок или? Я не знаю. Да, натяжной. А? Натяжной. Просто супер, да, идея? Я знаю точно, что интерьер это помещение предложило и сделало участие нашего клуба модерна. Она как раз архитектор. А как ее зовут? Ее зовут Лея. А фамилия? Селезнева. Лея Селезнева. Сколько берете за это самое? Мне, я тут думаю, тоже такой потолок. Ссылка в профиле. Да, если кто-то будет делать ремонт в синагоге или кафе, или молодежного клуба, Лея Селезнева вам поможет. Мы без процентов. Ну как без процентов? Как так? Ну, что дадим в аренду без процентов. Тут с процентами не торопись. Но слушай, серьезный вопрос для Свердловых. Серьезный вопрос. Надо очень мило. Очень мило. А? Вообще для всех Свердлов. Да. Но на самом деле здесь хочется заглянуть в каждую дверь. Вот прям в каждую дверь. Здесь их столько. Я вот по второму этажу прошелся, я думаю, а это что за дверь? Я сейчас шел за Раину. Туда бы заглянуть, сюда бы заглянуть. Это просто дверь. Если бы ты не сказал, давайте заглянем, мы бы не увидели этого. А здесь дверь, надо заглянуть во все двери. Дверь синей бороды есть? Синей бороды? Есть. Да. Рыжие бороды есть. Вы же покажете нам свой кабинет? С Божьей помощью. Пойдемте туда. Пойдемте. Это вот как раз Талмуд, обещанный мною. Да. Можно посмотреть? Конечно. А чем вавилонский Талмуд отличается от Иерусалимского? Да. Вавилонский названием? Вавилонский написано в Вавилоне, когда евреи были в Исмане в Вавилоне. Иерусалимские писали те евреи, которые оставались в Иерусалиме во время Исмане. Пробуждение разума. Один штензец. Пробуждение разума. Вопросы науки, техники и медицины в трудах любовнического рода. Да. А? Многих ребят молодежи тоже вопросы возникают разные. Типа, как иудаизм связан, как вяжется то, что в иудаизме говорится, да, с наукой и т.д. Здесь как раз время много ответов на этот вопрос. Про науку, там, про космос очень много интересно. Это вся библиотека книжников из Москвы. Это то, что мнется, да? Да, да. Угу. Вопрос, можно ли согласно Торе, возможно ли согласно Торе существование других цивилизаций за пределами нашей планеты? Ответ. С точки зрения Торы, жизнь может существовать на других планетах. Везде. Упоминание об этом можно найти в Талмуде. Однако, что касается цивилизаций, то есть если речь идет о человекоподобных разумных существах, то это совсем другое дело. Согласно Торе, разумными существами могут называться лишь те, кто, подобно людям, обладают свободой выбора. То есть инопланетян теоретически может быть? Да. Гагикович. А это мясная кухня, да? Да, да. Молочная кухня наверху находится. Там тоже кипит работа, тоже заготовки. Недавно открыли молочную кухню, там все серьезно. Да. Ну здесь, Кирилл, сюда нельзя заходить, мы так с краешком. Ничего, да. Ничего. Все под наблюдением. А тут в бахилах, в этих шапочках? В бахилах, шапочках, да. Здесь все четко, все кошерно. Здорово. Шеф наверху, это я уже понял, он там. Лук, картофель и майонез. Самое главное. Все, конечно. Все. Все, значит, будем сыты. Брату привет, супруге привет. Ну, с молодежью у вас все в порядке. Приезжайте как-нибудь, чтобы было мероприятие, можно бы посмотреть. Спасибо большое. Всех ребят. Да. Спасибо. Вы перетягиваете всех браху. Создавать еврейские семьи. Амен. Амен. Спасибо. Хорошей дороги. Спасибо большое. Спасибо. Итак, мы поднимаемся на третий этаж, посмотрим вид молельного зала и банкетный зал. Слушай, ну фантастика, да? А? Как хорошо живут нижегородские евреи. Я просто... А здесь гостиница Украины прямо. Прям гостиница Украины. Вот. Здесь выставляются столы, проходят шаббаты, праздники,
какие-то юбилеи и так далее. Большой банкетный зал. Сейчас как раз готовится все к съезду Рабанит, который будет устанавливаться, видите, столы. Сейчас все будет украшаться, все будет по-другому выглядеть. Очень красиво. Это Россия и Белоруссия, да? Да. А сколько примерно посланниц Рэбе в России и в Беларуси? Ну, навскидку. Я думаю, около 100. Здесь эти 100 человек разместятся абсолютно, конечно, спокойно. Конечно, конечно. Комфортно. Как это любят евреи, за круглыми столами, да, накрытыми скатертями, друг напротив друга, чтобы посмотрим, видеть глаза. Посмотрим. Посмотрим, как все будет здесь. Вот уже круглые столы даже. Вот, вот. Вот видите. А? Я отгадал. А чем будете кормить? Кошерной едой. Ну, какой? Что будете готовить? Много всего. Там просто... Ну, что именно? Ну, на горячее. На горячее? Ну, как обычно, шницеля любят, а в основном. Говядина барбекю. Горячие закуски и филдфиш. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас увидели меню, ваше кошерное меню. 90 рублей салат, 100 рублей второе. Откуда? В Москве такой же салат стоит 900 рублей. 1000, не знаю, 1500 горячие блюда, если это там суперкошер. Как вам удается держать такие цены? В блюдах преобладают овощи. Они не такие дорогие. То есть живота не будет? Конечно. Спасибо. Спасибо. Этим летом буквально я был в гостях в Горской еврейской общине, в замечательном ресторане по соседству Иордан. Это шикарное место, это шикарные люди. Я с ними молился. Привет вам огромный из Нижнего Новгорода, из Горького. Мужчины, спасибо вам огромное за прием. Это было что-то. Мы ждем вас в гости. Приезжайте, я вам устрою здесь не хуже. Итак, сейчас я хочу вам показать одно место, такое тайное место синагоги, где обычно мы туда не водим, не показываем. Такое очень трогательное место. Комната, в которой хранятся свитки Торы, которые старые, ветхие, по ним уже... Навряд ли можно учиться, они не кошерные, к сожалению. Они были вывезены из Венгрии, с оккупационных, с оккупацией фашистами, которые, в общем, там очень такая история. Более 120 свитков Торы сейчас находятся в библиотеке под крылом государства, которые мы хотим все-таки, чтобы они вернулись к нам, потому что есть такое понятие, как лучше пускай они умирают дома, то есть уходят и будут с нами до конца, чем где-то в библиотеке. Может быть, там лучшее хранение, какая-то микрофлора для них создана, климат. Но лучше они будут с нами. И вот около, ну, там ровно 10 свитков лежит. Мы их выносим, каждую Симхат Тора. Они с нами. Они олицетворяют действительно, как будто, ну я не знаю, вы должны это увидеть. Вот они лежат здесь, те вещи, которые уже, к сожалению, не кошерны, но они служили еврейской общине Нижнего Новгорода. Они служили, даже вот, если будет вам интересно, это старинное покрывало надгробное, это Хевра Кадиша. То есть, когда с людьми прощались, было принято поверх класть вот такое вот покрывало, но оно уже до того ветхое и до того... Сейчас поменялись немножко традиции, и мы решили, пускай он будет здесь. Здесь тоже представлены, это тоже фронтовые старинные тфилин, которые были на фронте. Человеком здесь тоже написано, это 30-е годы, сидур, боевой сидур. Можете достать, показать хотя бы один? Тфилин? Да, конечно. Это тфилин, он тоже, к сожалению, уже не кошерный, он, видите, такое вот маленькое такое исполнение, походное. Видите, какие они маленькие. Уже такие закостеневшие ремешки, фронтовой кисет, в котором они были, лежали. Это нам всегда напоминание. Это сидур, старинный сидур. Еще такое издание, уже тоже ветхое, которое было на фронте.
покрывало, и вот они. Вот они, свитки Торы. Здесь, когда я касаюсь этих ручек, я даже боюсь представить, сколько людей, сколько их держало. Они до того и стерты, они там датируются. Здесь на одном из них есть надпись, гравировка. Там, по-моему, 1700 какой-то год. Здесь представлены вот такие маленькие Торы. Даже говорили, что вот этот свиток, он тоже был на фронте. То есть такой фронтовой. Вот он еще, видите, перевязан такой хаки-лентой. Некоторые, как вы видите, инкрустированные, костяные, очень красивые. Там еще остался жемчуг, перламутр. Очень красивые рукоятки. Но, к сожалению, да, они уже не кошерные. Но каждый год на Симхат Тора мы их выносим и танцуем с ними, с этими свитками. Сколько лет самому старому примерно? Я думаю, ну, 200-250 лет точно есть. То есть там 1700, по-моему, 70 какого-то года. Какой-то из них свитков. Надо просто посмотреть, где гравировка. Где-то из них гравировка. Я тогда смотрел. Здесь еще путаются здесь номера, потому что они были, как я уже говорил, в госсохране. Их пронумеровывали очень некорректно, конечно. Прямо на своих свитках иногда встречаются, прямо на самом пергаменте надписи. В общем, ну, слава богу, они здесь, они живут сейчас здесь с нами. А сколько свитков здесь? Здесь 10 штук, 10 свитков. Пожалуйста, можете пройти, посмотреть. Вы знаете, были мудрецы, которые склонны считать, когда было 9 евреев, и когда были 9 евреев, и не хватало одного для миньяна, были такие мудрецы, которые вынимали свиток Торы, и он заменял им одного человека. То есть, когда я сюда захожу, у меня сердце начинает биться, когда я снимаю вот этот талит. На самом деле, без всякого говорю, они у меня ассоциируются с людьми, честное слово. Это до того близко, до того это... В общем, они здесь. Это одно из чудес синагоги Нижнего Новгорода. Это одно из ряда причин, по которым мы сюда приехали. Одно из чудес еврейского народа. Да. Одно из чудес. Да. Души еврейского народа. Да. Как это передается из поколения в поколение, из века в века. Как это бережно хранится, да, и почитается. 250 лет самой старой Торе, которая здесь хранится. 17 век, 1700 какой-то, 20-й, по-моему, был. Моя жизнь это община. Я считаю свою общину моей семьей. Большая, разная, очень шумная, очень, может быть, порой не согласная со мной. Но это моя семья, я всех очень люблю. На самом деле это не такие какие-то высокие слова. Я от души говорю все это, от сердца. Это моя семья. Все. Я по своей профессии, да, не то что вынужден, я обязан общаться со всеми. Приходят молиться контингенты совершенно разные. Бывают отставные военные, бывают бизнесмены, богатые, бедные люди. Но все сидят за одним столом, все молятся по одной и той же книге. Всех вызывают к Торе, независимо от благосостояния и еще чего-то. И как я уже говорил и скажу еще не раз, что когда ты общаешься вот со стариками, в основном, я обожаю это время, когда мы сидим, и они начинают рассказывать,
что-то из своей жизни, откуда они приехали. Как правило, большинство приехали.